против тех новых. Да ладно, что нормально. Ага, да. Оптимизировали игру слегка. Ой, по мне так очень плавно, кстати, сейчас. Мега плавно, нет вот этих вот вертикальных проскакиваний. Что странно, конечно. Еще Макатао рекомендовал Free Look Interpolation убрать. Так еще поплавнее будет. Сам Макатао. Я сидел рядом с ним на сцене. Думал, что заряжусь скиллом. Но нет. Вообще реально плавненько очень. Очень хорошо. Фух. Надо еще выбрать следующую игру, друзья. Потому что Баннер Сагу я еще на трансляцию 2 по аркажу. А я был зомбаком и убил кого-то, говорит Кинг Кобра. А, ты убил этого, наверное, на выезде у города. Там была перестрелка, да, Кинг Кобра? Там, где машинка желтенькая, мы там втроем, вчетвером. И из мыль ты выезд, правильно? Я помню, правильно или нет? Еще Макатович это удивлялся, типа, как? Я зомбаком словил гранату. Я положил где-то 20-23 зомбака. А, в починках в самом начале? Их починках. А, туда падали тоже, ясно. Основная часть падала в другое место, но ничего страшного. Ash of Gods? Возможно, Ash of Gods. Сейчас поиграем. А как вас награждать? Патрулил, это было классно. Да. Но там реально мы все бегаем, ни хрена не видим, зомби такие. И подумали потом поэтому, что в этих камнях обязательно все сидят. А в камнях сидел только Абвер, который потом жаловался. Я сам себе, говорит, не видел, как вы меня там заметили. Так, вижу врага рядом. Побежал. Вижу его. Попробую выйти чуть-чуть пострелять, потому что у дробаша-то на самом деле. Точность-то хорошая, дальность. Ну нет. Ох, какой рыбабельный круг. И в самолет летел так, что прям ух. Но на самом деле вот этот товарищ, который получил солью под зад, он меня запомнил точно, потому что с этой группы домов выходить крайне сложно незамеченным. Поэтому мне придется как-то исхитряться и мимо него прорваться. Да, все в клипчиках, кстати, есть, если кто пропустил. Там есть нарезочка такая, как со стримфестом. Много всего интересного. Аспирант еще вроде как нарезать интервью сегодня должен был интересный. Из общей массы. Ну, из общей трансляции. Блин, там был этот. Там был чок. А я бы взял чок. У меня фулл грейд рабаш. Все. Почему нет? За неимением лучшего можно. Вроде бы сюда больше никто не падал. То есть я слышал и видел только один парашют. Не оглядывался, правда, особо. Но, тем не менее... Двери тоже закрыты, шума никакого нет, так что кажется, что враг у меня только один был. И он, кстати, скорее всего, остался, потому что... Я бы на его месте, конечно, не простил бы меня за это. Ждал бы и из домов смотрел бы со второго этажа где-нибудь. Готовился бы принимать. Так, микроузи все равно беру, потому что есть extended, и пока что второй слот свободен. Для пушки. Ну, конечно, надо менять в данном случае дробовик, я полагаю. Потому что с ним у меня... Когда стримфест спрашивает тихо-тихо. Слоупок, ты чего, брат? Нет. Стримфест 2 дня назад. Ну, есть галерея, можно посмотреть. Можно посмотреть интервьюшки. Заработался совсем. Скоро и слоупок ставят. Да-да-да. На днях был.
Так, беру, короче, калаш, пофиг. Не умею стрелять, но что ж поделать-то, ну. Ох, там будут еще валить. Наверное, я по берегу просто побегу. Я не побегу на его дома. Просто подлутаю. Мичка на поддержал. О, Мичка на поддержал. Мишка, нет, 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 нет. Привет, Мишка. Привет. Спасибо за ГГ. Почему ты не расписался мне? Пека. Как ты не просил, видимо. Ничкна. Я кому-то разве отказывал на стримфесте? Никому. Не понял. Никому не отказывал. Ингифест переподписан 4 месяца. Ингифест, спасибо тебе. Это, кажется, вот мой друг с ВСС какой-нибудь. Что было близко вроде как. Но я не понял. Откуда? Ой. Ничкну. Угу. И он же где-то меня видел, понимаете? X4. Напоследок X4. Как-то он меня видел, правильно? Правильно. Короче, я думаю, что... Да, он лутал точно те дома. Я просто прохожу по берегу, провоцирую его на стрельбу на дальней дистанции. Чтобы он из домов вышел. Потому что идти к домам, это спасибо, не надо. Он меня точно видит, я его не вижу. Кстати говоря. Это, конечно же, настораживает. Он должен быть по левую руку, по идее. Должен бежать ко мне, по идее. Но я его не вижу. Народу по мосту будет миллион просто, потому что ни у кого нет возможности сплавать, а падали очень многие. Поэтому мне нужно транспортное средство. Мне нужно как-то останавливать людей с АК, а я не умею стрелять из АК. Особенно без редота и компенсатора. То есть... Либо... Не знаю. Не исключаю, что здесь кто-то есть. И на остановке, и... А в этих домиках никого, да? Вижу мотоцикл сзади, но возвращаться к нему я уже, конечно же, не буду. Очень стрёмно. Скотикс, привет. На заправке, похоже, не лутано. Очень похоже, что не лутано, но не факт. Ой, скоролечка. Блин, успеть будем. Ничкна поддержал ваш Ничкна. Канал на 100 рублей и сообщает. Да, я и не просил. Куда ты, сокола, дел? Чик-тик, привет. Чик-тик, привет. Сокол, говорят, что сокол меня ждал. Но не дождался, очевидно. Машина уже едет, я вижу. Да ладно. Да ладно. Нет, 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 нет. Нет. Остановился, хорошо. Сзади стреляет. Там был рыбак, там был рыбак. Без сокола, конечно, не то. Причем я стреляю, слышу, что сзади по мне стреляет, но не, я должен был сначала его убить. Блин, был бы Родот, сократил бы, того быстрее бы убил. В скиллах потеряно. Ну, конечно, и разъезжать там по стримфестам, по всяким. Лаги жесткие, чё-то? Да ладно. Дропов-то меня нет. Сейчас посмотрю, может, кто взялся. А у меня Google не открывается. Google Аналитик. Спасибо Роскомнадзору за это. Ну, класс.
Написал. Название стрима можно сменить. Можно сменить, конечно. Баннер сага, 9-я часть. Но... Ладно, сейчас сделаем. У нас сегодня Google диск упал, на котором наши билды лежат. Я был с ним загружающий, контакте файл не отсылал. Ну, видите, как беда у нас. С Роскомнадзором. С плэшем задевают вообще всех. И рассказывают, что не задевают. А люди страдают. Звук не лагает, видео квадратит. Ну, я передал, в общем. Товарищу. Все, или дальше посмотрим. Он же ведь остановился. Не... Ну, хотя я не знаю, может быть, этот второй, где он там сидел? Валера, PUBG, что? Валера, ты... Тебя давно не было, видимо. Валера, все нормально. PUBG это норма. Сейчас на сосновочку полетим, лут нормальный возьмем, потом поедем куда-нибудь, постреляем. Наверное. Блин, багист должен был убивать, конечно. Помазал так дико. По нему. Сначала пару раз попал, потом начал мазать. Потом сенсы не хватило из-за скорости. Жуткое зрелище. Как вспомню, так страшно становится. Еще самолет теперь рисуют, если вдруг кто не обратил внимания на эту линию, которую раньше всегда забывали. Джек 72 говорит: Михаил, покажи скиллуху, однако. Я скромный, как я могу тут при всех скиллуху показывать, вы что? Привет, Рубок. Привет, друзья. Сейчас. Пойдет. Долетаем вообще без проблем. Тут желающих, я думаю, будет море. И вижу одного. Одно море. Что? Серьезно? Ну, он пролетает, типа, дальше. Но я хочу вот на эту штуку тогда. Бараки не люблю. Все, больше никого, что ли? И он прям сюда падает. Смотрим пушку, пушки нет. Кар, импа. Импа. Слева, да, был? Да, он в левом доме. Тогда дособираем здесь вещи. Что-то мне послышалось слева, что он был. Не нравится мне все это. Надо взять прицел бы какой-нибудь. Импу нафиг, он в том здании, он тактическая еще была, и не взял. Перезаряжается слева, вы слышали? Нет, это глюки, это электричество там. Блин, плохо бегу. Сейчас, если он смотрит, он может пострелять. Так, ориентировочно. Если он просто лутал, в том здании мне не послышалось. Так, рук еще на сосновке. Должен быть, да, вот где-то здесь. Чего пропускает так просто, а? Кто бы знал. Я не знаю, видел он меня или нет. Нет. Ну хорошо. Не видел, значит хорошо.
Гутен Абенд. Ну где же ты был? Соколик. Тебя не слышно. Ну как не слышно? Да. Слышно, слышно. Сейчас подожди. Да что ты? Скажи, что ты меня обманываешь. Ладно, пойду настройки ковыряния. Привет, Соколик. Привет, Соколик. Так, голос, видео, вода. Вот так вот должно быть слышно, да? Сейчас ты нас слышно. Ну чего? Привет, пацаны из чатика. На пару каток возьмите, Михаил. Приказы слушаться будем? Ты знаешь ответ, Михаил. Я не знаю. Я самый преданный солдат. Хорошо, тогда. Приказ умереть выполняю. Тогда, конечно. Гитарплеер переподписан 9 месяцев. Я тут просто упал на сосновку, убил человека, и мне царский лут просто посыпался. Поэтому, может, ты расскажешь, Сокол, прохладную историю какую-нибудь? Или... Да нет, это пойду мясо. Микрофон покушу. Странный, кстати, ладно. Микрофон, да, странный? Двойное эхо. Как будто ты, да, как будто ты из туалета разговариваешь, ну ладно. Да ладно. Не может быть. Ну такой какой-то гул вот странный, ну ладно. Ну на стриме хорошо. А вот здесь очень странно. Может, там сенсу, я понял, посмотрю. Я просто микрофон убирал. Ой, Carx 8. Ой, ну. Соколик, прости, я должен это доиграть. Я ради тебя ливнул победную каточку в Варкрафте, подумал, ладно, Миша без меня не выиграет. В смысле, спокойно не выиграю? Мог выиграть. Как я? Как? Ты не веришь мне, что ли? Ну тебе же нужен всегда кто-то, кто. Кто? Кто поможет. Ну, вообще, привет, да. Стиха. Да, конечно. Фол Макс Пейн говорит, две победные каточки даже, да? Ну ладно, пойду мяско себе согрею пока что. Неплохо, неплохо. Виктор, расскажи, как тебе стримфест? Отлично. Посмотрел почти все вьюшки. Да. Я тут нашел место, отвлекаюсь немножко в сторону. Так. Называется место. Там заказ еды можно. Mm-hmm. Учитывая то, что я сегодня ел только дошек в обед. Это актуальная информация, да? Это лишняя информация. Абсолютно, потому что сейчас уже и не заказать, ты делаешь только хуже. А еще 40 минут можно заказать. А, ну сейчас тогда, подожди, я не буду лутать. Сейчас пойду звонить. Нет, без мазика. Без мазика, да, у нас нет мазика в офисе. Он же портится быстро. Холодильник нужен. Ладно, хватит, короче. Пусть Т2 будет у меня, но зато. Оливковый мазик не так портится. Да? Так что же мы без мазика тогда? Да просто, ну, мы заказываем же. Чё? Ну, не всегда же. Да. Майонез умеет портиться. Я не специалист по мазикам, на самом деле. О, ледокол там заказывал. Да чё, нормальный ледокол там? Супы хорошие. Угу. Не бульон. А, машины нет. На всей Сосновке. Вертикалки нет, базового прицела нет. Всего не хватает. Ну, Виктор, расскажи что-нибудь. Там как. Сейчас, погоди, я гуглю кое-что. Ага. Угу. Да что рассказывать? Ну, работы много. Так. Сосредоточен на работе. Чем занят? Так, секундочку. Понятно. Правда, тоже о еде напоминает, поэтому. О, а тут голограф Соколику выпал. Неплохо. Очень даже неплохо. Какие-то фантомные еще темы. Послышались. О, Хелмет третий чуть не пропустил. Увидел патронташа, а Хелмет не увидел. Добрый вечер, Растхо. Привет, привет.
шахтерок много, третий шлем, коряк, X8. Казалось бы, все дороги открыты, можно спокойно идти, сидеть, стрелять, воевать. Так и будет. Попытаемся прорваться через правый мост, учитывая то, что самолет летел вот так вот. В правой части не должно быть много народу. Не хватает вертикалки и нашлепки. Для полного счастья. Ну и транспортного средства, коих я уже, наверное, с потоп 10 пробежал. И хоть бы что, хоть бы какая-нибудь... И дальше прямая... Ну, есть время, короче. Симулятор бега. Я вернулся. Хорошо. Дернуло меня дернуть. По кабель питания. Угу. Был таким уважаемым человеком, так не скопал, говорит Валера. Валера Пенкин. По такому ты льду тонкому ходишь вообще. Особенно с айдишником. Таким странным. Странный у тебя айдишник. Подозрительно что-то. Валера. Это про что вообще? Про что он? Про PUBG? Про PUBG, видимо, да. Я захожу к нему на профиль, он играет в PUBG. Я вижу, да. Ну, такой вот он, Валера. Странный. Видимо, к себе тоже относится так. Не очень хорошо. А я все бегу. По дороге. Да, уже я краем глаза смотрю. Километр пробежал. Покажи кружку Валере. Да, Валера, Валера. Ну, Валера, наверное, не знает еще, что за кружка. Что она значит. Слишком большой айдишник, чтобы знать, как тебе Машин кекс. А мне не достался Машин кекс. Она угощала практически всех своими кексиками. Вот, а я доедал какую-то четверть кекса. Кто-то оставил. Изуал поддержал ваш канал на 200 рублей и сообщает добрых руин. Добрых руин, Михаил. Спасибо. Как тебе насчет прохождения Expeditions Викинг в будущем? Добротная тактическая RPG. Ну все, как ты любишь. Ну не знаю. О, едет кто-то. Охренеть. Это что вообще такое? Что это такое? Что? Не понял. Откуда он здесь? Откуда? И зачем он ехал вне круга вообще? Ё-моё. Вижу груз, но я, кажется, буду рыбачить этого добропорядочного гражданина. Если, конечно, не порыбачит меня. Ну, это просто жесть какая-то. Меньше всего я ожидал увидеть в районе Новорепного, причем не в Новорепное, а на гору он забирался, человека на баге, выезжающего с острова Сосновки. Опа! Это не спаун машина. Это не спаун. Белый спаун. Фары меня очень насторожили. Видите? Ну это спаун. Ну по позиции да. По внешнему виду не нравится она мне. Очень не нравится ведь она мне. И повернута как-то странно. Он вернется. Ну, хотя у него есть там выбор по лодочке. Но учитывая то, что он на гору уезжал. Наверное, он поедет. Бампер. Да, Машин кекс. Машин кекс очень приятный был.
Приятный, вкусный. О. Не послышалось ли я баги сзади услышал? Нет, не мог я так далеко услышать баги. 27 на лайв ППЦ. Да, очень интересный. Интересный расклад, так скажем. Может ему бахнуть Искару в голову? Так, чтобы взбодрить человека. Ехать недалеко. Когда откроется магазин ГГ, спрашивает Ник. Ну, требуя просто, требуя, кидая деньги в монитор. Скоро. Когда мы его откроем, ведь? Скоро. Можно вебку влево переместить? Можно. Только надо для этого включить предпросмотр и убрать. Блин. А, прикиньте, он сейчас едет еще. У меня вебка не там. Слава богу, он не едет пока еще. 15 секунд. Не едет, но должен. И вот зачем он мне нужен, в конце концов? Я иду рыбачить? Непонятно зачем. Медицина есть, армор есть, оружие есть. Ради одного-двух модов. Скорее ради процесса это уже происходит. А не ради какого-то лута. Потому что сейчас уже накрывает круг. Я не уверен в адекватности человека, что он прям заранее поедет. Мне нужно как-то валить уже потихонечку. Иначе меня что же накроет? Или уже на медицине, на волевых посидеть здесь. Подождать, потому что он может только на лодочке, а лодочки у него... Лодочка не шла. Поэтому я ставлю на неадеквата. Из-за зоны едущего на баге. И... Короче, ставлю все на красный. Ну что, где ты наш? Где ты наш неадекват? Давай. Пора выезжать. Пора выезжать. 5 аптечек есть. Ничего криминального нет в том, чтобы чуть-чуть посидеть. Ой, там своя какая-то. Свой какой-то план был. Вместе с синим он не едет. На лодке он тоже не едет. Но где-то он есть, правильно? Он там, вот он где-то. Не, он может быть еще вот здесь, вот где-то. На той стороне, типа. Ему же нужно на эту сторону перебираться будет. Переберется позже на лодке, как вариант. Ладно, бустируемся. Сейчас, может, окружение уже будет. Не, он не едет. Я не знаю, как можно быть таким странным. Просто не знаю. Пора занимать какие-нибудь центральные домики. С целью пострелять немножечко. Напоследок посмотрим вдаль. Нет, это пустой. Можем, конечно, его вот прям на волевых еще поймать на этом. На будочке, на скале. Потому что у него не остается другого выбора, кроме как приплыть на лодке. Не знаю, почему именно он мне сдался, вот честное слово. Вот прям вот... Ну нет этому логичного объяснения. Ну нет. Зачем он мне сдался? Вон баги едет. Странный молодой человек. И он, главное, преследует еще меня. Ладно, хорошо.
Двухэтажечка наверху. Он прям за мной. Авторежим, голограф готовы. Есть люди. Какой навязчивый, капец. Какой же он навязчивый, ладно. Что, без колеса остался, Вась? Начинает работать. Ушел. Скорее всего, лег где-нибудь. Поэтому я пока в домик. Может, отсюда увижу. А, вон он, вижу. Слева направо шел. По нему бахают из домов. Вы даже убили. Сейчас прям. У нее первая каска. Это какой-то странный молодой человек. Я вполне вероятно, кстати, могу увидеть человека. Угу. Понятно. Ну все, ГГ. Не знаю, как здесь лучше поступить. Занимать ли те странные дома или нет. Но от границы играть это совсем не очень. Там одна гора большая, просматривается прекрасно. 20 человек на таком кругу, скорее всего, дома заняты. Но мне кажется, безопаснее все-таки занять там какую-нибудь будку или дом, чем... Ой, я тут заеду вообще. Ой, твою же, ну, в смысле, врезался все равно. Там беспонтовое место, на самом деле. Ну, вообще беспонтовое. Но оставаться где-то на горе, учитывая то, что враги могут быть с разных сторон, наверное, не стоит. Вы это не видели просто. Клипчик, пацаны. Это просто классика. Ну как так? Классик. Поехали. Минус 100, говорят. А что там? То двойная озвучка, то озвучки нет. Неизвестный поддержал. Сейчас посмотрим. Неизвестный поддержал на 100 рублей. Ладно, зачитаем. Поехали. Неизвестный поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает: добрый вечер. Вас беспокоит ни о чем .тв. В нашу редакцию поступает очень много вопросов. А когда же все-таки Майкер будет играть в Готику? Вы бы могли прокомментировать как-то данную ситуацию? Классный. Что там внутри? Сковородка с процессом смешения. Да.
все будут с такой сковородкой бегать. Так, а что у нас там с микрофоном, говорите, было? Все еще глухой звук? Ну да, не глухой, просто такой, как будто ты из трубы говоришь или из туалета. Устройство ввода. Aux Logitech. А, наверное, вот такой вот нужно, да? Лучше. Во! Прям окей. Небо и земля. Два выхода, не знаю, как там получилось. Ну да, что ж, знаю, сейчас команда в сборе. Почти вся. Почти. Не хватает только Понти для полного счастья. Ушел от ответа, говорит Титикака. А я даже не слушал, к сожалению. А, там про готику вопрос. Готики, не, скорее всего, не будет, ребят. Она вам не нужна. Соколик может готику постримить, он ее любит, играл. А проходил. Я проходил, даже проходил. В Эльпоза поехали. Ой, у нас самолет на карте стреляет. Лазерный. О, прикольно, смотри, это теперь... А, после крейда сделали, смотрите. Для тех, кто не умеет думать головой, специально нарисована линия. А почему самолет летит по дуге? Очень странно. А по какой дуге? Ну, как по обычной. Да земля же плоская, ты чё? Какая дуга? Причём здесь дуга? Сокол божий. Жесть, в натуре. Миш, все долетают. И мы долетаем, и да? Мы долетаем. Все и мы. Мы, как все, поехали. Как ни странно, я не заметил, чтобы все оформились ЭГГ плюс люди слоупоки. Ну, не знали, да, что в день стримфеста ГГ плюс давался просто за логин через приложение. Поздравляю самых расторопных. Мы периодически будем проводить такие акции, чтобы наиболее активные товарищи могли получить себе плюшки. Откроемся давайте сейчас. Нам нужно допарить и оставить. Окей, понеслась. Все, открылся. Да поздно открылся. А у нас, кстати, нет. Мы открываемся не только для того, чтобы долететь, а для того, чтобы посмотреть чуваков сверху. То есть, если вдруг все, никто не... Короче, начинается опять, блин! Капитанство, Михаил. Ладно. Никого нету с нами. Вот, вот. А если бы ты летел вместе с другими, ты мог не заметить. А сверху ты точно видишь, кто куда летит. У тебя есть несколько секунд, ты ж... Я на кругляш стал, подумал. Я на арену, все. Сокол, ищи себе место тогда. Я тогда перед ареной вот этот кирпичный и пошел налево под меня. Раз ты такой. Начинается опять. Тут же первый приказ отдал сразу же. Да долетаем! Как у тебя... Ты видел стримфест вообще, Соколик? Да, посматривал. Ну, как тебе, Олеся? Олеся? М? Не, я больше смотрел на тебя, Миша. Зачем? На меня не надо смотреть. Там девчонок было вообще, будь здоров. Ты видел? Правда, что Олеся бицуха больше, чем у Хавка. Она многим даст пор, конечно. Она там обучала еще людей на шесте крутиться, и даже клипчик записали. Только на шесте очень крутиться обучала или может? Ну ладно. Ой-ой-ой-ой. Все, я готов. Поехали. Сокол, ты будешь смеяться, но вот эти вот пацанчики, которые подходили, они ничего вообще не могли. Это просто был позор. Так что не так просто на шесте крутиться, как ты думаешь. Я верю. Это ты что, это жесть? Ну ты пробовал крутиться на шесте? Нет. Я знаю то, что это. Я на освещении пытался там это забраться на него там на двух руках. Подробнее можно? Это тяжело. На каком освещении? Как-то, ну как это называется? Фонарный столб? Что? Столб? Да, во, фонарный столб. Правильно, Миша, догадался. Освещение. Я, может быть, ты на ярмарке там за этими, за сапогами лазил по этому столбу. Не пробовал? Нет. Калаш кому нужен, нет? Да не, зачем ты что? Да вряд ли, да? Конечно. X8 вакантный есть. Не-не-не, спасибо, не надо уже. Возьму. Кар здесь лишний на первом этаже. А кар не можешь взять или... Не-не, никак. У меня уже самого кар, поэтому... Инс поставь, ну, в смысле, меточку. Ну, я убежал уже оттуда. Первый этаж, ладно, арены приблизительно поставил такое. Окей. Оно особо не поможет ему. Так, эрки нет. Эрки нет. Это эрки. Я найду, не проблема. У нас круг. У меня нет топ-ВМ-ка с собой. Не-не-не, вот это оставь. Это не нужно. Скорель или топовое все это? Окей. Остальное не котируется. Лишний X4 есть. О, я возьму, я X8 отдам Вите, а X4 возьму. Да, я на кар возьму X8. Ой,
А мы, у нас вчера собрание было нашей так. улицы деревенской. Угу. Решили через 2 недели, два месяца, заградить всю дорогу. И колючую проволоку, сзади. Да? Нет. А, вызвать пивомобиль. Опа! Пивомобиль. И... Можно поподробнее с этого места? Что значит пивомобиль? Ну, я догадываюсь, но мне бы в красках узнать. Когда люди хотят попраздновать чуть-чуть. Ну, мы, это индустриальный гриль, заказываем пивомобиль. Угу. Кучу мяса. И всю нашу улицу приглашаем на праздник. Так. Ну, просто самоорганизованный праздник. Пивомобиль приезжает. Так. И люди начинают праздновать. А сколько литров пива мобиля? И как шофер там время проводит? Ему же нельзя пить. Не, он остается потом просто у нас. Чевать. Так пропадали пивомобили в самых разных частях Германии. Не, он точно, там ничего не пропадает. Это грех. Ну, я понимаю, люди с машинами пустыми пропадали. Пиво-то и точно не пропадало. Так. А сколько, кстати, вот. Стоит арендовать пивомобиль? Сколько там литров? Бензовоз, знаешь? Да. Ну, в таких маленьких машинках привозят. Что? Серьезно? Так, ну вот, Миш, ну, смотри. Так, я. Сколько, ну, я не знаю, сколько туда поместится, но у нас будет человек 100. Угу. То есть, и это все не пьющие, надо... да? Да, вообще. То есть надо пополнить баки. Угу. И там у него стоит счетчик. Угу. В нем. Ну, баки. И, ну, снизу кранчики. Угу. Угу. То есть, сколько люди угу. Выкупили угу. веществ пивных. Пивное столько вещество. Они оплачивают. Хорошо. То есть там это. Ну да, счетчик. На мне топовая М-ка. А далеко? Ты? Где? Ты? Вот здесь. На... Все, это все, что мне кинул нужно. Кинул синенького. Ну вот, и весь день в 11 часов собираемся. Утра. Начинается все чаепитием, кофе. Кофе, хорошо, секундочку. На мне еще одна топовая М-ка. Спасибо большое за 30 месяцев переподписки. Ух ты, красавчик. Да, 30 месяцев-то много. Так, продолжай. И... Так, сейчас. Начинается с кофе все, чтобы не уснуть. Да, кофе времени. И пироги. Ну да, правильно, нужно же покушать сначала. В это время мужики начинают делать гриль. Mm-hmm. Индустриальный гриль, там у мясника сразу заказывается мяско. Mm-hmm. Ну, чуть-чуть там, не знаю, сколько даже килограмм. Ну, много. Фольгора с иконкой бобра этого капитана уже пирата. Так, где, говоришь, М-ка? На меточке синенькой там. На меточке синенькой там. Все, иду. Да. Так и есть. Red Dot нужен? Голограф есть. У меня есть голограф. Ну, я бы взял Red Dot, конечно же. Ага, давай, да. Мне касочку какую-нибудь. На, Red Dot. Давай Red Dot. Давай Red Dot. X4 тебе нужен? Да, на X8. Нет, не нужно X8. Вите X8 нужен. Ну, так, ну что, все готовы? АР-ки есть, прицел есть? Что как, Вить? Вить? Все хорошо. Вить? Уезжаем тогда. Машина там, кроме баги, есть какая-нибудь? У меня, только по-моему, мотик есть. У меня мотик, по-моему, есть. Ну тогда первый, давай, да. Сокол, я с тобой. Сейчас, я подожди, я его не вижу. Я, ну, да, я говорю, это? По-моему, есть. Не вижу. Mm-hmm. Да, он был. Он был. Сокол, дашь? А, ну на. Экс. Вот здесь. Это могу дать X4. А, нет, неплохо. Не, X4 у всех уже есть. Все, выехали красивые уже. С Red Dot'ами, с голографами, с X4 все, с X8, с карами. Броньки нет. Давай, подвези меня до следующей машины, я уже там до Сокола. Вот по дороге и влево в горочку туда вот. Да, на 50. X8. Подсказывает Space. Ну, правее, да, по этой едь просто. X8. И еще, ну, на этом собрании мы обсуждали, моя идея была для детей надувной дворец. Ну, батут, типа. Ну, ты их понимаешь такой. Лучше, чем остальные, я понимаю. Так. Батут.
Ну, Оль, почти, батут это что-то другое. Такое надувная хрень огромнейшая там. Так. Тоже батут, да, называется? А то Оля на меня орёт. Что это батут? Ну, если она по таким причинам на тебя орёт, это, конечно, плохой сигнал. Ну вот. Да, продолжай. И все сначала, я говорю, ну надо о детях же думать, которые будут маленькие там, mm-hmm. чтобы у них было что-то заняться, да? Ну да. Сначала все, да-да-да. Ты сначала да, подумал, да. Что чем бы ты занимался, да, если бы хотел повеселиться? Да. Конечно, батут. Вот все, mm-hmm. обсудили, батут ништяк. На груз едем потихонечку. Okay. Так. Все там начали говорить туда-сюда, потом под конец обсудили все. Программу, угу. посчитали, что детей мало, и вычеркнули батут. Больше всех начали заниматься. Бедные дети, блин. Больше всех что? Обиделся я. Ну да, да, да. Хорошо. Так, мы здесь останавливаемся. Пока что до самолета. Кстати, по поводу батута, Михаил. Я чуть-чуть, Оль. Шлаки приготовить, кстати? Что приготовить? Шлаки приготовить на следующие выходные. Да, можно. Надо посмотреть, какая будет погода, чтобы не было, ну, фигни полной, как в Москве было в воскресенье, когда снег сменился градом, в конце концов. Ты же потом плачешь, я не выиграл Warcraft. Не я. Мой тренер. Сопрессор на СР не нужен, мне нужен, извините. Касочку до сих пор приму вторую. Не, нет, второй. А сейчас же нету, не кидается, да, третья броня и третья каска только в этом, в тропе, да? Нет, почему? Выпадает. После грейда. Выпадает она. Я сегодня только обнаружил. А, окей. Так, стрельба 30. Самолет летит, давайте поконим. Угу. Готовимся. И мы охотимся, у нас иксы. Нам нужны люди. Вообще ничего не надо, да. Можно ходить. Смотрим. Следим, да, соколик? Да. Хорошо. Мониторим. Скинь. Не скидывай. Ёлки. Соколись. Давайте до бетонки доедем. Ну это, конечно, некрасиво с его стороны было. Ух ты, потерлись бачком немножко. Так, тут аккуратно, могут быть. Сделаю окружание, нарежем. Да, а, нет. Что да? Я что думал, да? Дверь открыта, но это баг был. Птичка валяется. До сих пор приму касочку. Вторую. Здесь пятерки на первом этаже куча. Пятерок просто вагон. У меня. А, хотя гранаты всего две штуки. Здесь граната на крыше, я уже просто не могу. М-ка топовая. М-ка топовая на мне. Поставил метку. Если вдруг. Но опять же, нам граната только. Здесь на крыше. Ультрик на Р-ку есть. Я пошел за гранатами сокола. Опа, кар 215. Он далеко. Ну вообще не так уж, чтобы. Больше 100 метров. Ну, больше 100 метров, да. Флэшхайдер на арку нужен кому? Нет. Не, у меня суппрессор. Кто-нибудь со мной постреляйте сейчас, пожалуйста. Спасибо. Что это было? Байт. Мне кажется, это вот в этих ангарчиках было. Я там проезжал. Да, мы тоже вроде неподалеку были. Но звук оттуда был? Или правее? Правее, наверное. Мне кажется, звук был типа вот откуда-то с этой стороны. Может быть. Так, ладно. Миша, я тебе гранату отдам. Повезло. Я уже ее пятерки поднял. Кому-нибудь нужны вообще?
Нет, 300 штук. Да, Миш, вот сюда давай обратно иди. Я возьму немножко, если есть. О! Почему они перестреливаются? И довольно близко. Миш, вот граната лежит. Короче, поехали, давайте на горочку. Сейчас гранату. А поехали, пятерочки? поехали. Фулгори поддержал ваш канал на 150 рублей и сообщает. Михаил, хорошего вечера. Скажи, у ГГ есть магазин по продаже футболок? У вас офигенские футболки с Фивой. ГГ Бобром с удовольствием приобрел бы. Бобором я с удовольствием приобрел бы. Мы как раз тестовую тему провернули с изготовлением ковров, футболок, для того, чтобы проверить качество. Остались довольны, поэтому следующий шаг — это как раз принятие предзаказов и изготовление, отправка вам всякого мерча. Нет, уже поздно. На нас, кстати. Да фига, наверное, поздно. Короче, смотрим. Город перестреливается где-то с горами перед нами. Если мы чуть дальше пройдем, мы должны выйти на чуваков, которые... Скинул перед нами троп. Тем более. Все, тогда не торопимся особо. Ну, вот на следующую горку можно пройти. У нас дистанция хорошая, ну, то есть мы можем нормально попринимать. Угу. Там две тимы впереди. Вот есть горочки, да, должны. Я никого не вижу, к сожалению. Не идем лутать, осматриваемся. Зад надо еще смотреть обязательно, потому что могут приехать, прийти просто за дропом тем же самым. Ну, из города должны выйти на груз. Да, если... вижу, из города летит чувак на мотоцикле. 240, по нему вижу, попали, его... он упал с он мотоцикла. Вышел, живой. Да. За можно деревом. Стрелять? Нет, 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 да нет, нет, нельзя стрелять. Там еще машина, сейчас будет движуха машина. Здесь по полной программе. Я чуть-чуть поближе подойду. Можно даже к кибитке спуститься. Да, давайте. Очень близко. Я сокращаю. Надо уже стрелять скоро. Пацаны, Миш, можно стрелять? У меня кошак. Да, можно. Можно, нужно. Что ж я делаю-то? Подсокращаю немножко. Блин, я попадаю. Уезжает. У него колеса нету. Хорошо. Они уже уезжают, все. По нему стреляют еще. Ну, пацаны, остановился. Их двое там. По ним стреляют с другой стороны, похоже. Из города еще. Да. Ничего поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает. Да. Майка ГГ просто супер. Нужна ей еще хотя бы одна на замену. Они же высовываются, ребят, ну смотрите. Ну, чуть-чуть высовываются, но стреляют. Сокол не видит, ты не видишь. Я вижу его. Опа. Опа, по мне кто-то... Сзади, что ли? Да, сзади, сверху был, с горы. Твою же шметь. Я их не вижу, Миш, я их не вижу. Да вон гора, 100. А, вижу. За камнем, справа от камня. Да, вижу, ага. Ну я ухожу отсюда, позиция такая. Да. Только сокол хороший. Я чуть вниз здесь спускаюсь, этим взад хочу. Может получится, вижу его. Эти к нам идут. Молодец. Попал 2-3 раза, попал. Сейчас пойду. У него хп нету. Я понял, сейчас добью. Молодцы. Есть. Ну не могу. Кто-то другой. Сзади сейчас будут активизироваться люди, скорее всего. Там, кажется, М24 валялось у него. Ну, в смысле, кто-то стрелял из нее. Ладно, так, наверное, Витя зад откроет, да? Из города будут идти. Из города будут идти. Мы на краю круга. Надо как-то прикрыться от тех, кто... позиция, надо выкрывать. Может, кибиточки вернемся? Да, давайте вернемся. Там есть вроде прикрытие с гор и... Может, по-другому как-то тяжело. Не подлутаем этих. Не-не-не, уже никак, конечно же. Вижу, за камнем слева один товарищ высматривает. На 100? Где? Да, на 115. Дал ему разок. Но не в голову, к сожалению. У него вторая каска с глушителем. Он спустился ниже. Нет, он все еще за камнем. 120. Просто за ним прям. И оттуда стреляет. Вован Бест. Вован Бест. Ребят, к нам заходят здесь 40. Да? Не вижу, вижу. Возле машины. Вижу, вижу, вижу. Они лутают эти. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да, метки. Я быстро ныряю здесь. Черт. Они должны на нас бежать.
Поэтому, наверное, имеет смысл... Их надо как-то принять. Да, их надо как-то принимать. Можно закрыто от того пацана сверху. Не закрыты. 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 Так. Все, готовимся. 245, два человека. Вижу, еще 235 бежит на них. Это хорошо. Он ближе туда уже. Да. Туда камнем. Извините. Вижу. Так, надо прострелить. Хватит второе колесо. А, он уже дымится, окей. Очень далеко. Ровно надо мной скинули груз. Ровно надо мной. Надо еще палить зад, на всякий случай давить. Молодец, правильно. Пацана не видит. Один побежал. Опа. Найс. Никуда попали, непонятно. Все, я одного ранил. Я подниму, ты... У меня броня... А, все, вот я проявился, блин. Они грамотно, один прикрывает, другой бежит. Груз аккуратнее лезет. Лёг. Что, блин? Дай прицелиться, ну. Ну. Там же они, Миша, или да, где-то? Да, один справа. Бежал. Вижу бегуна. В открытку идет. Попал. Скара очень битая. Одна плюха и все. Лег. Сейчас накрывать будет. Дружаня лег и вошний. Вижу. Сзади нам не подойдут ведь? Пока нет. Круг идет. Они должны сейчас суетиться. Блин, зачем я так делаю? Дым пошел у него, у одного. У правого сейчас пойдет дым. Ой, блин, понеслась, этот побежал. Дальний тоже побежал. Оба по мне попали. Я лечусь быстро. Капец, как далеко. Убивает. Ну! Очень много за деревом, попал. За деревом, 3 раза да. Попал. Ой, по ним, кажется, бахают слева. По мне откуда-то коряк бахнул справа. Это блин, вот они... слева, левее. Я не вижу его, правда. Он подбегает сюда. Я вижу. Нам нужно двигаться дальше. Назад. Второй за деревом. Слушайте, у нас, да, давайте до следующего круга, короче, побежали на желтую метку ориентировочно. До круга и принимаем. У нас по правую руку должны быть еще люди. Надо сейчас занять позицию просто. Забейте на них. Такая дистанция дикая. Хрен убьешь ведь. Так, 26 лайв. Дофига. У нас могут быть... Могут быть у нас здесь люди. Ну, в домах справа там стрельба жесткая. Дома не в круге в любом случае. Поэтому... Надо за этой горочкой пойти. Да, надо выбрать хорошее место, чтобы просматривать все. За этой горочкой нас будут сзади вжухать. Жестко причем. Может быть, до кибитки добежим, а? Смотрите, да, кибиточка, я думаю, хорошая. Кибиточка. Там хоть каверы есть. Да, и тут как раз в круге, в круг забегаем мы. Давайте кибитка, и там пара каверов есть. По крайней мере, Миша, так. На 25 на горе стоит, чувак. Сначала по-моему. Добежим, потом сейчас уже будем смотреть. Нет, это не дерево, дерево, это дерево. Дерево. Маленький, да. Так, ну что, блин. Занимаем. Зад не крыт. Ведь долго там не задерживаюсь, я понимаю, что там... Я пытаюсь понять, где куда кто бежит, а потом уйти. Это да, это хорошо было бы понять. Я их справа не вижу на дороге, на открытке. То есть они, скорее всего, побежали прямо на нас. То есть будут по горочке. Может быть, возьмут чуть правее, чем мы эти побежали. Но там стрельба. Там как бы не очень комфортно. Какое место странное, конечно, тут у нас. Да, зад не крыт вообще. Я вижу, они бегут правее на СС. Угу. Ну, они тогда встретятся с теми, кто вот сейчас там стреляется, получается.
Можем закрыть вот зад и сдвинуться к Вите на горочку, чтобы... А, вижу их, 170. 170 забирается к... компаунду. Тут еще есть левее. Ну, 170 для нас, для тебя еще левее. Он, короче, в дома забежал. И все, там стрельба, да. Там стрельба прям. Вон, прям перед... Ну, можем пострелить по ним, если что. Я пока уже не вижу его. Мы его не видим. А, ну вижу, да, вижу. Ну, там же 170, короче. Я к Вите чуть-чуть. Там накрыло. А, вижу. Там их там стреляют, их там стреляют. У нас круг, у нас круг, у нас круг. Мы можем, конечно, закрыть их, типа. Но я не думаю, что нужно лезть на этот компаунд. Да, и... У нас... Я вижу только нокнутых, никого живого не вижу, только нокнутые лежат. Поднимай пацанов, давайте я когда будут поднимать, пахну попробую. Да, я попробую. Я уже тоже вижу, могу помочь. Ой, там гранаты еще бьют. Всех. Убили, по-моему, пахну. Многих. Да. Сейчас посмотрим. По мне стреляют. Не понял, откуда. Ленлила клип. Кажется, 70 на здании. Прям на крыше стоит чувачок. На здании 70? Да, у него глушак, 70 здания. Он ушел вниз. У меня здесь очень хороший камушек, в общем-то. Если тех чуваки от компаунда сольются, я здесь в хорошем каваре. Он надо встречать, вот короче, людей из компаунда на 160, получается. Он не в круге. Надо их встречать. Вижу за деревом, за камнем оранжевый 65, метр, чувак. Ребята, оранжевый 65, метр, да. 65. Да, за камушком был. Голова торчит, вижу. Оружие торчит сейчас. Стреляйте, я вас прикрою, да, если будут. Я не знаю, как тут брать. По мне берет. Попал по нему. С карами. Но это не те люди, которые нам нужны. Да, они я уже боюсь, в круге. Компаунд на 160. Да, вот оттуда пойдут точно люди. Вот в чем дело. Поэтому надо как-то... Ну, камешек ладно. Типа, удержать можно. А вот... Он меня целится. Я понял. Просто. Опа. Да, хорошо стреляют. Уже простреливают, блин. Они еще левее. Ой, сейчас меня будут. Витя, свой я. Понятно. Я отогнал пацана. Блин, не нужно. Круг бежать, идет, круг идет. Здесь он очень хорошо меня простреливал слева, если стоять. Да, ну, то есть он знает, как пулька, ведь, ну, 140 люди, которые убили. Да, они, скорее всего, будут, не будут там, смотрите. Ну, окей. Мне кажется, нам нужно дальше двигаться. Миша уходит левее, типа. Ну, мне кажется, пусть здесь... ковры есть, то... Там хорошо тоже. Нормально, ко мне давайте, ко мне, срочно. Там вообще все про... Если вот следующую горочку займем... От меня на 40. Угу, шикарно будет. Будет очень хорошо. Не по нам, да? Нет, вроде. Поехали. Да, шикарная горочка. Мне нравится очень сейчас. Ну, есть еще где-то люди, возможно, на этой горе. О, нет, они там зарубились с кем-то. Болик есть у кого-нибудь? Ноль. Нету. 5 бинтов. Все, и горочку держим. У меня бинтов много, могу отсыпать. Ага, стрельба 110, соответственно, и правее взять. Блин, надо следующую горку проверить, я пошел аркадить, товарищ. Вот просто... пацаны были вон за камнем, Миша, по-моему, справа или слева. Вот, короче, здесь были пацаны. Я понял. Да, прям перед нами были пацаны. Сзади нас, на С бегут, по ним стреляют. С. За кавером сейчас будут выходить. Они в нам зад! Они нам зад! Да, Миш. Да, я здесь. Нужно принимать. Вижу. Начинаю стрелять. Можно стрелять. Ой, блин. Лечусь. Минус один. Красавцы. Там двое было, кажется, насколько я помню. Да, там трое даже было. Трое. Поднимает. Еще на горе 171. Право, пацанов. Блин, а? Жопа, тут херово. Дал в голову третью, каска. Миш, ты не в круге, мы не в круге. Пацаны там будут бежать сейчас. Бегут с горы 150.
Я сокращаюсь к дереву, потому что некуда бежать. Мы здесь в круге пока вид с тобой. Двое справа. Все, мажу. По ним тоже стреляют. Хорошо. Винтуюсь. Да, минус, минус. Остались последние перед нами СЕ. Четыре человека ориентировочно. А нет, это две разные команды. Двое там, двое там. Ой, ёпарысы ты. Нифига себе, как они. Дай, пожалуйста, аптечку, если есть. Сейчас. Давай. По фаст. Спасибо. Я не вижу их ни одного. Двое. Они прямо перед нами, были. Нам нужно двигаться. А, мы как у нас. Руку сокола вообще, поэтому сокол стой там. Четыре человека, но мне кажется, что это из разных команд вообще были. У меня уже гранаты входят. Я метку поставил, где их видел. Я боюсь, что меня обойдут. Идут они, идут. Дал одному искара. Вижу. А, хорошо, нокнули одного. Опа, здесь сверху. Один где-то. Обошел меня. Второго. Минус два. Подходит к соплу один. Ровно передо мной. Ровно передо мной. Это последний вроде, да? Хорошо, гренку кидаю. Сокол готов жертвовать собой ради спасения галактики? Он кар взял? Аккуратней. Да пофиг, он не может по нам стрелять. Кидаю 6 гранат. Его хорошо задело. Он лечится. Хорошо, блин, сейчас контрольные полетели. Friendly fire, сокол, это жертва. Страдать и не забудет. Хорошо. Чётенько сработало. Ой, молодцы. По красоте. Да, блин, чувак без каски в афро. У них у всех Т3 касочки. Сковородки с прицелами на зопе. На зопе. И четверо пошли штурмовать. Вейн Брюс переподписан 6 месяцев. Спасибо тебе за переподписку. Тимкил во благо. Ну, вот понятно было, что он последний, как бы сокол все равно нокнут, мы на него не побежим в любом случае. Тут как бы сам не, Бог очень велел. Хорошо, да. Я зато какую инфу дал? Какую? Прямо на мне, прямо на мне. Прямо на мне лечится. Да, молодец, соколик. Повезло с кругом. Да, повезло. Это контент. Это Валера, он неадекватный. Не стоит на него ему верить. Хорошо. Стреляло, конечно, криво. Но Витя попадал. Сокол танковал. Сокол опять заруинил, блин. Где фото с Макичем, спрашивает. D2 Mask. Когда я сказал, Макатау спрашивал, с кем я играю, я говорил, D2 Mask, там еще Бухоград, как-то Бухоград, так. Да. Вот, и он пытался угадать, кто из этих людей. Потом сказал, и Лами должен был еще играть. Но у него какой-то турнир. Так, Миш, с кем ты играл? Еще раз. Я хотел тебе взять сразу же. То есть они лучше, да? Да, они играют лучше. Это как бы... Это факт. Одного дна там было достаточно для меня. А Пух? Не, Пух нормально играет. Кстати, вы затащили на стримфесте? Нет, мы заняли почетное третье место. Там во второй катке Виноград морально победил вообще всех. Как? Он чёрт за зомби играл и оставался невидимым до конца. Просто по нему бегали, и никто не мог увидеть. Затащила тьма этого Стаса Давыдова. Стас Давыдов, да. Вот здесь хорошо, который. Ну, он умер сразу, но три товарища у него затащили. Ну вот, я бы тоже с вами мог так сыграть. Так я же есть. Я же и так первым умер, то есть как бы. Сокол, то есть ты умер бы сразу, да? Ну, изи. Даже приказ давать не надо. Так, у нас рядом никого не вижу, но перед Витей вижу людей. Да там далеко вроде на ферму, не? Не? Что-то там я видел ферма. В той стороне. Да, Лёха Абвер занял второе место. О, в PUBG? У него там мэш принял вообще нормально.
Да, ну там они сидели в домах, у них два раза круг, а мы по полю как дураки. Ну Мэш, конечно, там раздавал. Мэш раздавал. Пам-пам-пам. Кто в команде был? Ну вот, был Виноград, Мэш и Пух. Пух был тренером. Соответственно. Поменял меня. Разменял. Что? Началось. Ну ты даешь, конечно. Если б я был уверен, что ты не заруинишь. Сейчас что, я руинил? Топ-1 взяли, только я пришел. Да с кем мы играем? Это же дно паблика. Самое дно. Аэрка есть? Это точно не дно. Это, поверь, это дно. Ребят, ко мне приехали. Идем, я бегу к тебе. Они прямо у тебя или как? Прямо у меня. Ну, чувак, я что-то понял, я постреляю по нему. Какая у тебя пушка мощная. Опа! А, это... Это свои, все нормально. Соколик, не трать патроны. Хороший склад, Виноград частенько с Мэшем дуо катают. Они как раз после этого, точнее до этого пошли еще дуо катать. Спасибо пацанам, что они согласились поиграть. Хотя по результату получилось не очень, потому что много времени потратили. Сыграли по факту одну каточку нормально, потом зомби-мод. Вот, но они и согласились, и потом еще катали дуо, типа готовились. Очень серьезные киберкотлеты, такие прям нажористые. Машинки у нас есть? Машинка сосновка. А, у нас не рыбабельный круг. Почему? Скоро будет рыбабельным. Нет, так не работает. Любую аэрку бы. У тебя же есть. Отдам X4 за хорошую аэрку. Дам... Mm-hmm. Не аэрку, а сайгу. Ага, окей, хорошо. Здесь могут быть люди же, да, у нас? Да. Вижу мотоцикл на этой. На ферме. Смотри мне на жопу, простите. Смотри. Сковородка, что ли, с прицелом? Да. Вот надо было вырезать вот этот звук, посмотри мне на жопу, Миш. Я бы такой кинематограф мог бы это снять с этой звуковой дорожки. У меня же была, я же рассказывал. Диджей? Ну, я еще круче. Да кому X4, у кого АР-ка нормальная есть? Ну, у меня калаш есть, я бы взял, но не могу тебе дать АР. Я могу тебе, ладно, так отдать. Ненадолго. Стрельба в мульти. Проезжает кто-то. Кажется, был звук машины в мульте. Я тоже что-то слышал. Ну и стрельба там, соответственно. Я здесь на крышу иду. Самолет. У нас есть баги рядышком. Ну и хотя бы что-то. Здесь первая броня есть, вдруг кому нужно. Я баги беру, нет? Так какой дуань? Пошли мы потом... Самолет нет, скинул. Потом-то да, я имею в виду до. Да, бери баги. Скинул он на 280. В мульти продолжается стрельба. Прям такая... затяжная, прицельная. С ДП там стреляют люди. С ума сойти. Может, впишемся? Вы как? Поехали, короче, давайте. Рыбалка не получится, хоть этих... попробуем прессануть. Они нас точно не ожидают. Так, кто у нас синий отстал? Соколик. Бегу уже. Мне дальше всех бежать надо было. Надо смотреть, лок этот убийств. Видите, на тебе X4. Есть. Блин. Сейчас доставим, короче.
У меня СКС, есть X4, могу стрелять. Там стрельба закончилась впереди, судя по всему. Так, не останавливаемся, никакие дома. Нет, еще стрельба. Ведь не теряем время, идем. Желательно не выбивать стекла при этом. Окей. Просто аккуратно, мы сейчас прибежим, мне кажется, прямо. Ну, лучше... Проблемы. Ну, мы для этого и бежим. Сейчас до заборчика и смотрим, кто где здесь стреляется. Стрельба была в районе кафешки. Блин, жопа тут вообще. Вижу, на крыше стоит чувак. Е. Двое. Кажись, лутают просто. Не, не лутают. Два человека на крыше, Е. Не, один там. Не могу видеть. Один на крыше Е. Этажный дом. Давайте подойдем еще немножко. Дождемся, как убьют. Дальше будем разбираться. Одного нокнули только что. Они. Вот дальше лучше, наверное, не подходить. Что уже слишком близко мы. Я бы занял бы крышу даже. У нас тут нет рядышком. Почему? Есть тут домик? Она 60, которая? Далековато. На 30 есть. А вот эту двухэтажку на 15 с окна. Нет, это далеко от них. Не вижу никого. Потому что поднимаю, там нокнули одного. Я дорогу смотрю. Неужели нас заметили? Вот, вижу, бежит прямо передо мной 115. А, вижу, да, его слева направо пробежал. В кафешку. В дом забежал. Вижу его в доме. Уже не вижу. Еще второй чуть дальше, в следующем доме. Кажется, он в другую сторону бежал. Это другая команда. Не вижу пока что никого. Они точно там друг друга не поубивали по логу? Там только ног был? Там я видел только ног. Вот он выбежал перед нами, обратно забежал. Дом, дверь открытая, он ее не закрыл. Угу. Кафешка или нет? Нет, синенькой крышей такой. Дорога, вижу один. Вот закрыл дверь. Перед кафешкой. На 100. Вижу, слева направо убежал. Да, вижу. Перебегаю к Вите. Еще один там подтягивается туда же. Значит, они убили все-таки. Или один бежит на меня. Я должен будет стрелять. Да, давай в сокол уйдет. Я сокращаю к Мише. Был в бело-синем доме. Внутри сейчас него. Слева бежит. Убежал влево. Вижу. Выцеливает. Не-не-не. Нет. О, этот второй. Один на крыше спрыгнул с крыши. Бежит в нашу сторону. Нет. Один уже на 10, Миш? Он убежал смотрите налево. По дороге смотрите. Дорогу я сейчас буду просматривать. Меня будет просматривать? 20. Он на 20 уже. А, вижу здесь у меня. Вон, это второй. За ним бежит. Так, у меня, кажется. Не, они в доме в двухэтажном. Может, он сейчас с окна будет выпрыгивать? Посмотрим. Так, берет дорогу, перебегает на ту сторону один. Можно снимать, если уверен, что снимешь. У меня нет, тут трое. Вон еще один сокращает на тебя, Миш. Вижу. Третий. Херово бежит, ребят. У тебя ведь один. У нас да, трое. У меня херово бежит, он убежал вообще. Ну тогда пусть он там лутает, они, значит, не знают про нас. Не знают. А, в ангар пошел один. Я боюсь, что если я к тебе сейчас, Миш, перебегу, меня увидят, да? Не надо тогда. Я вроде хорошо сижу. Надо убивать хотя бы кого-то, чтобы они сдвигались. Ну там, вот где... один ушел, значит, вы можете у себя там убивать кого-то. О, выпрыгнул один здесь! Блин, я зафейлил жутко. А, сзади меня приняли. Нокнул одного.
Сок, он мониторит его. Сзади сейчас по тебе могут стрелять. Да-да, я... Ну, откуда сзади именно, я не понял. На другой стороне дороги. На другой стороне дороги у этого, у заборчика там он стоит. А, вижу его. Кто по мне сейчас стрелял, не понял. Это он сзади на другой стороне дороги. Короче, можно его подражить попробовать, он там один. Фу, он мне хорошо дал. Это ты его убил сейчас? Нет. Это умер вообще другой. Я беру у Вити пока винтовочку. Я боюсь, что сзади будет бахать меня. Зашел к тебе. Дал вот, на той стороне дороги. Нокнул. А, нокнул? Очень да. Хорошо. Я бустуюсь пока что, Миша, посмотри по окнам. Здесь рядом. Прямо за зданием. Дома, да. Бустируйся. Бустируйся? Блин, что-то я не понял, как. Сторона дороги, да, правильно бежишь. К нему, что ли, побежали? Не вижу здесь никого. Не, он не мог так быстро пробежать. А, вон он, вижу. Где? Через дорогу перебегает. Я за ним. Внимание бежит. Да. Вижу его. Постреляй, привлеки внимание, пожалуйста. Сейчас я ему грену. Сейчас попробую. Вот сейчас, Миша. Да. Еще можешь? Блин, дайте мне, пожалуйста, время. Он в доме, по-моему. Как в доме? Ну, отполз, нокнутый. Не вижу его. Он поднимает. Я понял. В доме слышу шаги. Со второго этажа, похоже. С крыши, да? Да. Грину бы на второй этаж, но нету. Нет. Могу смоук кинуть, типа, по это самое. Смоук полетел. А, второй поднят, снизу, прям снизу. На мне. Блин. Как? Сделай подняться. Стоп! Блин! Просто лол. Меня попадали с другой стороны, я не мог прицеливаться. Все время правую кнопку жал. Чтобы прицелиться от бедра чуть-чуть. Ну ладно, это сама руина была. Да. Сука, он не мог решиться, кого же стрелять? Вправо или лево, да. Ну я думал, когда он спрыгивал, я его убью, я все попал, пульки. Но он как-то жирный остался. Выжил. Еще четвертый где-то сзади был. Одного же убили, да? Прям да. Убили. Одного убили. Первого самого. Но они вообще нас не ожидали. Можно было столько раз их убить. Если бы еще точность у него нормальная была, можно было первого быстрее убить. Да, сокол затащил. Почему Майкер играет от третьего лица? Почему Хаугор задает такие вопросы? Третьего лица сложнее рыбачить. Наверное, это самый простой вопрос. Боник, хорошо. Прошла поездка. Так, мы туда, да? Ты уверен? Прям уверен. Кто-то желтый поставил туда. Ну, кто? Я бы в кабиру пал бы. Может, пикада машинка? Да, нет. Давайте. Поехали, машинка пикада. Парить долго до этой темы. Только ради небольшого количества лута зачем? А, все, летим. Бусик есть, джип есть. Еще один бусик есть. Стараюсь бусик взять, джип.
Там, кстати, на Хазенду летят. Если на джипе, может быть, можно будет успеть принять их. Но я не уверен, надо смониторить. Поехал. Кого-нибудь забирать надо? Да. У тебя же бусик впереди еще есть. Ну, я хочу с тобой. Ну, на Хазенду сейчас уже приземляется. На Хазенду уже приземляется, да. Ну, я на питом. О! Это нормально. А, питонку вы тогда возьмете, да, Миш? Лучше. Окей. Я поеду тогда вот на этот перекресток, где он, вон он, на синенькой. Сейчас посмотрим круг, может, Хазендовский встретим. Да, скорее всего, встретим Хазендовский. Потом вот в эти дома пойдем. Да, Хазендовский вот сейчас приземлились. А! Ты видишь, да? Нормально, но. Еще мотоциклисты какие-то едут. О, что? О, блин, что? Физика, блин. Вы живы там? Да там просто. Наоборот. Да, я думал их сбить, а сбили они. Ой. Мы теперь знаем, что Басик ищет меньше, чем Мотик. Угу. Причем так серьезно меньше. Угу, мотоциклисты около меня проехали. Такой просто, такая нелепица. Какой смысл тогда подрезать? Они, по идее, должны были в таранице пролететь вперед и оба умереть. Ну так, по идее. Мотоциклисты. Какого черта? Что за название стрима такое? Я не знаю, какое название стрима-то, если честно. Стримфест. Да? А, добро пожаловать на стримфест, друзья. Играем продолжение. Да. Продолжение шоу-матч. Могу мини выдать? Нет. Мне скажешь. Хорошо. Ничего себе, это у Сокола стрельба? Да. Это ты стреляешь? Да, я мочу козлов. Они очканули, уехали. Сказались. Ну, конечно, без оружия, ты что сражался? Не-не, у них было что-то, Миш, рюкзак видел. Угу. А что в рюкзаке? Ну, вот это. Короче. И давай прям по серьезке. Вот эти да вот прям дом... тут можно, вон... дома еще лутанем. Право, да. Да. Потому что они никому не нужны, пока они там стреляются, пока у нас есть время. Лутанем домики эти. Открыто здесь. Внимание, назад. Тут только что было. Просто пацаны бегали. Я говорю назад, видите, рискованно, здесь люди могут быть. Тут точно нет, потому что они люди выходили отсюда. Окей, хорошо. А, нет, здесь человек. Точно нет. Меня окружают. Да блин, раненый очень. На мне. Уходит. За дом. За домом он. Я поползаю. Ползай. Да стреляй ты, кого ты? Я ливнул, соколик, ливаем. Сейчас, секунду, я уже подъехал, а что хоть задавить? Ненавижу Нифига себе, он бегает от меня. Очкодав.
Пацаны, он так плох! Я его убил. Все. Красавчик, сокол. Сразу самолет показывается, да, который будет на Репное полетим. Удобно. Так хочется сразу взять, немножко подвинуть самолет чуть выше. Или чуть или в другой конец. Гудсен, спасибо тебе. Фалов Макс Пайни поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает, так, ну, на удачную рыбалку. Спасибо, Фалов Макс Пайн, на удачную рыбалку прислал денежку. Красавчик. И может быть это как раз повод сейчас лететь порыбачить, раз уж... Ну, вариант даже, нет? Да. Рыбачим. Заказ на рыбалку бил, Витя. С нами никого не вижу. Угу. Новорепную тоже вообще нигде не вижу. Никого. Не новорепную, не сосновку не вижу. Сосновка будет. Новорепную можно съездить, если близко машина. С кем играл в PUBG на фесте? Уже, кстати, спрашивали. Виноград, мыши и пух. Да. Скрипка, привет! Привет. Да я расстроился немного. Давайте следующую катку уже в дуо сыграем с Акуликом, если видите, ты не против. В сквадах побеждали. Сыграем в дуо. Ты начинаю подгорать уже. Неправильно это. Гатенси поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает... Спасибо за 11-дневный бан. Мишкер, стареешь. Нервишки не те уже. Согласен, да. Я думал, блин, я думал, что другое на это напишешь, что типа фыва не та, а ты говоришь, нервишки не те. Ты просто написал не вовремя. Вопрос тайминга. Я тут, если ты обратил внимание, переживал сильно, а ты под руку еще пишешь всякую лабуду. Я иногда терплю гораздо более жесткие вещи. Но всему свое время и место. Когда можно потроллить... Вторые красочки здесь. Я возьму. На первом этаже под лестницей. Когда не стоит. Почему не стоит? Бери. А, я продолжил прошлое предложение. А. Так, где, говоришь, на втором этаже? Лестница. На первом этаже лестница. А, на первом этаже лестница. Да. Плохо. Убежал. Ну и круг такой. Нашел? Давайте в новорепный поехали. Там действительно никто не летел, мы спокойно. Мишань, нашел касочку-то? Все в порядке, да, нашел. В этом случае Good Sense нужно Bad Sense переименовать. Да, да нормально. Сахулик, поехали. Гатенси поддержал ваш канал на 100 рублей и сообщает.
Я только зашел. Я у физкульт привет на стриме сидел. Так что некрасиво ты поступаешь. В смысле, как, если ты приходишь и не знаешь, что здесь происходит? Как-то я некрасиво поступаю, скажи мне. Откуда я мог знать, когда ты пришел? Мишань, поехали? Поехали. Нет, есть машина? Учат, как жить. Нет машины. Должна быть. У меня УАЗик. Че, вас забирать или вы добежите? УАЗик. Как мы добежим до Новорепного, ты че? Нет, это УАЗика. Ты хочешь прийти полутать, окей, я понял. Не-не, я уже еду за вами. Ну тогда, конечно, лучше ехать, если ты не соло играешь, то лучше, конечно, доставить пати. Миш, да. Я же... Тим. Most valuable player. Витя? Ты не доехал до меня. Ну я увидел Мишу, подумал, что... Мишу тоже забрать. Сейчас посмотрим, что в Новорепном точно никого, потому что мы могли не заметить парашюта парящего. Мне кажется, или УАЗик стал громче? Кажется. Внимательно, открытые двери, двигающиеся люди, что-нибудь. Закрыто. Ведь тебя куда доставить? Так, давай лучше это быстро. Окей, ладно, езжай. Третья броня. Все-таки все дропается, да? Как ты и говорил. Так не было никакой инфы относительно того, что не дропается. Не, я читал то, что они это не хотят, чтобы третьи шлемы кидались, потому что это имба типа. И только в этих. В аирдропах. Прямо. Может, это еще не выпустили. Ну, типа, это нечестно. Угу. Да зачем милитари этот лут делать, ну, темп, все такое. Red Dot нужен кому? Нет. Ну здесь точно не лутали, потому что я аптечки уже нашел. На самых видных местах. Миш, у меня третья броня здесь. Да, метку просто поставь, потом, если что, вернемся. Синяя метка на контейнере. Окей. На контейнере, хорошо. X4, X8 сразу, хорошо. Лишний X4 есть еще. 8 осталось. Ты контейнеры вот эти лутал, где сейчас, да? Нет, я на вторые не шел, только сразу на третий. Окей. Пока прямому ДНСКС. У меня подушечка есть. Хорошо. Давай, мочка такая.
прямую эрку любую. Там калашную я его не с собой на шум. Так, что-то тяжело прям в подарок купить. 3D Secure какой-то себе на 2 клика примерно. Подарок целая церемония. Кстати, любопытно. Подарок действительно у нас увидеть сложнее приобретение према? Нет. Что-то сложное. Какие-то сложности испытывает товарищ Fall of Max Payne. Extended на есть, на SKS. Хорошо. Пауль, ты думаешь, что я сейчас пойду возвращаться за этим Extended, который там лежал? Это потеря по времени. Тем более сокол таскать с собой. Да, тем более есть уже. Для этого нужна тьма. Ну, в принципе, как у вас дела? Единственной аэрки нету. Ну, UMPA мини. Угу. Без иксов. Но иксы, это мне там подконечный зал. Ну, да. Red Dot нужен кому-нибудь? No. Нет. Ну, сейчас же круг, кстати, будет закрываться надо. Думать. Что будем делать? Да, что думать. На ту сторону, скорее всего, перебираться надо будет, если чудо не произойдет, и он не закроется на сосновке. Вероятность есть, но маленькая. Опа, это стрельба со стороны сосновки была только что отдаленная. Я не слышал. Я не слышал. Компенс нашел, наверное. Хорошо. Я могу дать тебе Скорель взамен на СКС. Да у меня только ВМ-ка, все в порядке, я просто вторым оружием СКС пока еще ношу. Так, третья броня все еще на метке, пойду соберу тогда ее. Так, сейчас круг как раз... А машинки были в городе какие-то? Кто-то видел? Есть мотик, есть, по-моему, дача. Ну, УАЗик у нас еще есть вроде. Сопрессор на СР, кто-то сокол не взял рядом с третьей броней. У меня есть. А, логично. Найс, сокол. Не, я бы не увидел, скажем так. Кому не нужен голограф Red Dot? У меня лишит. Слушай, Миша, давай ты взял сопрессор на СР, или ты себе его оставишь? Да, ну я могу отдать, в общем-то, мне не жалко. Я могу МК тебе принести, если хочешь. МК есть, у меня топовая МК есть. Юмпу вместо второго. А, нет, когда топовая МК, там в ЮМПе особо потребности уже нет. Все, поехали. Ну да, потихонечку. Что, поменяемся, что есть? А те, налево. Тебе вот оглушитель здесь. Нужен на СКС, да? Вот здесь, давайте, стойте. Ну, вот. Я бы СКС взял бы, если что, но оглушитель. Вот, давай. На, крейты все. GPS. Миша, X4 дашь? X4 выкинул. X2, вертикалка лишняя. Флешхайдер возьму, тактическую возьму. Выкинул юмпу грейдованную полностью. Там, экстендер не взял, да? Не нужен уже, подушечка не нужна. Все нужно. А, все, вот это не нужно, да. Я только что джип толкнул, вазик. Просто подошел его сзади, он раз и подпрыгнул. Да. Смотри, скорее всего, сосновщики не поедут ни через какой мост, они поедут на лодочке. Поэтому давайте. Ну да, это позиция хорошая, кстати. Давайте заправлю, пока есть на момент. Мы машину... Ну ладно, не важно, короче. 3 сейчас секунды. Раз, кофе. Два, три, и нам троим хедшоты. Угу. Вы заметили? Не, она вот третьего шлема. Да я находил сегодня третий шлем в соло. В обычном домике, все в порядке. Ты третью броню находил. Так что это не заговор, все можно найти. У тебя X8 есть, что ли, Миша? Нет, я отдал тебе X8. А, они еще хотят пофиксить, чтобы X8 не подходил на эрке. Вот это хорошая тема. А то они такие. Не до снайперки получается. Проще будет играть. Ух ты, какой. Не валяшка. Вот
Я ставлю на то, что сосновки люди О, едут, сзади. Сосновщики. Да. Будьте готовы сражаться. Два человека на разных машинах. А мы на лодочку... Блин, твою же шметь. Мы на лодочке на ту сторону, у них выбора особо нет. Хотя нет, если они могут через мост, но это рискованно слишком. Где лодка-то, ё-моё. Вон она, прямо. Две лодочки. Две, да? Не, это лодочки чески. Давай направо, и груз видно даже. Груз в воде там лежит. Груз, это интересно. Его, кстати, могли даже не полутать, потому что он в неудобном месте. А джетски лучше им, наверное, оставить, нет? Окей, вам поехали, не на груз, а... На груз еще поедем. У нас есть время. Смотрите там, как они на машинках, на... Я пока что их не вижу вообще. У кого что по пушкам вторым? Вторым? У меня мини с Карель. Ну ладно, Миша, у тебя второе оружие нету, иди лутай вдруг снайперка. Вдруг, да. Х8 есть лишний? Так. Нету. Ну, я могу тебе дать. Так, давайте, ныряйте, только, а я... Только не стойте на месте здесь, на лодке. Ну, я даже до берега туда. Блин. А, уже лутано. Да. Ну, там на хорошо. Плыли, да, ну что, поплыли, не? Поплыли. Я готов, поехали. Ты не готов не был, сел. Блин. Я не сел. Плывите, я нажму. Ну и за камешек плыви. Да. Блин, они стреляют. Не. Вы уплываете, я нормально. Я нажал несколько раз на это, мне не... Чёрт, я вижу, останавливаемся, прыгаем. Миша. Прыгаем! Руина. Не надо было вообще мансить рядом с Соколом, надо было просто валить, как он говорил, и все. Ну и Соколу надо было забираться в лодочку. Миша, я честно говорю, я нажал. Значит, интернет немецкий надо, конечно, фиксить опять. Да это баг игры. Окей. Нелепо. Вы вышли, дальше. Да, их, то есть не убивать. Прожал они такие хлебушки вас лутают. Не сыпься ли на рану? Давай, поехали. Спасибо, Вить, за компанию. Всем пока, до завтра. Пока. Пока, Вить. Прожал. Давай. Пам-пам. Карта, смотри. Угу. Ну а чего? На сосновку надо лететь. Или не, мини-карта, смотри, мини. Ну я мини смотрю. Руины. Что? Мы на руине. Да это нормально, это наша тема. Пам-пам. Я не знаю, как тут лучше доехать или все-таки долететь. Потому что лететь 2 километра ровно, такая себе перспектива, мне кажется. Поэтому... Это была ошибка, ехать за дропом на мосту, это ржебаки 99%. Угу. Да-да-да, спасибо. Ну да-да. Ну мы же Аркадий. Или мне, пожалуй, долететь, на всякий случай, туда, Миш. На красненькое. Не знаю, всякий случай он такой, то есть... Ну ладно, нет, не найдешь, вдвоем падает. Да, если я не найду, то в любом случае мы сосновки не долетели. Вот и все. Поэтому лучше брать разные стороны дороги. Например, тебе вот сюда вот подлететь чуть-чуть правее. Лечу. Я смотрю... С нами есть люди, я вижу. Машины пока не вижу. С нами двое.
Машины не вижу, я падаю на заправку первым. Они на двухэтажку. Вижу. А у него УАЗик. У кого? На мосту УАЗик стоит, он его взял. А, я из-за зелени его не видел. Я тоже. А он не видит его. Он его не видит, я беру. Нет, там другой. Там другой. Нет, нет. Окей. Еще раз говорю, я беру УАЗик, судя по всему. Блин, а может и нет. Не, не беру. У меня есть пистолет. Я поехал, скорее всего, с этим товарищем. Кто за рулем? Ты? Он за рулем. А, ну сейчас, если его дружание выйдет, у меня пистолет. Он будет сейчас бить. А, что он хочет? А что, они тебя смогут бить? Нет, вроде. А что ты? Не знаю. Блин, да твой... Мишань, зачем выпал? Я бежал с пистолетом. Бежит, чувак. Сузи, да. 4 пульки у меня. Оба! В голову такая последняя пулька прилетела. Бывает. 13 снял с пистолета. Бывает, УАЗик не заметили. Не взяли. Сокол был прав про руину. Да. Что это было? Сложно сказать. Поехали. Я прожал, ты нет. Готов. Угу. Килот, согласен. Там Бонди стримит. Такой вот серьезно, вот у него такой вот такой вот он вид дает. И он вообще простой, просто как я не знаю. Простой, я говорю, просто. У Локи, короче, вот нам пакет, потом ты мне его дашь, это. Ну, я настроение ему, повышается я не могу, сразу. У меня слишком много всего, и он куда-то там его заныкал, потом отдал мне. Сейчас напишем ей вот. Привет. Мне надо как-нибудь поинтересному. Вообще. Аудиосообщением подержи. Ну, очень много людей, которые были ниже меня ростом. Я не ожидала. Знаете, на стриме они все такие сидят, они все такие большие, mm-hmm. такие все. Mm-hmm. Так, попробуем записать голосовое сообщение. Разрешите. Так, раз, два, три, ага. Привет, мать. Ты, главное, не смущайся. А зрителям пусть приходят на PUBG. У нас тут интересно. Поехали. Да, на меточку. Блин, у меня там... Черт. Чего у тебя, Миш? Я не выбрал способ оплаты. Ай, поехали, короче. Ладно, в следующий раз. Ладно. Только самое главное, чтобы ты сайтом не заплатил, а то раз и... Пол сайта обверу. Угу. А пол сайта понти. А мне третью половину. Обвер, это на второй слог ударение там должно быть? Обвер? Да. Ну, а почему да. Все обвер говорят? А, обвер это по-немецки защита. Так обвер это же вроде как... А, ну я понял. Два человека перед нами, и мы ничего сделать не можем. Джип берем и уезжаем отсюда. Ой. Все, ну этот, падаю нормально. Ну я ладно. Плохо. Ты бери джип, я тогда убегаю назад. Хорошо. У меня там тоже джип есть. Thank you.
сердце, да? Не-не, не по мне. Что страшно. Вижу, один уже меня выцеливает, сучок. Ой, 4 сразу. Я очкую, Миш. Упырь. Я успею, что взять? Успею. А, вот упырь. Успел. Молодец. По-моему, успел. Выцеливает еще. Тоже пытаюсь свалить, что тут опасно. Твой там еще поряд где-то далеко. Я еду на перекресток вот этот, не? Или ты туда едешь, что я дальше пойду? Не-не-не, я близко беру. Я могу их помониторить на самом деле. X4 лишний. О. Все, ямочка топовая, я готов с ними постреляться немножко. Ну у них нету машины, кстати, они побегут на тебя, скорее всего. Это хорошо. Правда, 30 патронов всего. Ну, здесь баки у меня еще есть. Хорошо. Это ты стреляешь? Нет, или кто? Это на Хазенде. Стрельба такая. Да, они, ты прав, должны бежать в мою сторону. Хотя это вне круга, может быть, и не пойду из-за этого. Так. АВР там пришел, капу поставил, не вовремя такой. Токсичный товарищ злой. Спрашивает, что им Мишкер не банит? Прям такой собака поставил специально, чтобы, да. Гад, надо его забанить за это. Так, нормально. Злые люди. Да вообще. Так, ну я их подмониторю немножко, вдруг... Нет, нет, ты особо не нужен, я к тому, что... Самолет пролетает есть. Далеко. Интересно, куда они пойдут после этого? Они же должны были закрепить, да, правильно? Угу. И куда-то побежать, вопрос куда? Да, и смотри, какой у них лут, может, они там, с иксами-криками. Ожидают тебя. Я не вижу ни движения в ангаре рядом, ни движения от. Окей, я готов. У меня калаш, юнпа, два реддота. Ну, могу сейчас просто так проехать, забайтить, типа, вдруг стрелять начнут. Да, давай, проезжай в круг, в следующие домики. Может, проявится реально. Потому что, ну, нет там видимых. Не понимаю. Не понимаю. Куда они так быстро могли деться? Здесь басик стоит, но спаун. Ладно, я пойду за машины, за свои. Угу. По мне пока что никто не стреляет, Миша, я думаю, надо просто в центр. Если профессионал PUBG. Ой, господи. Надо еще аккуму деактивировать. Red Zone аккуратнее, Миш. Да, я не в ней, все нормально. Я думаю, может, на бетонку, на красненькую. Да можно, конечно. Будет, правда, тяжело мне через ПК доехать. Но я думаю, я рискну. Уже поздно. Да, я вижу. Нищетовая фыва на минималках. Да не, нормально все, я вроде... Я вроде подбанил. Хотя... Хотя что-то сообщений в чате нет. Может, не подбанил. Блин, только-только Red Zone. Ладно, попробуй объект. Он долго готовилась.
мое второе имя это Рис. Своровал у пекарей мотик двухместный. Они не стреляли вообще по себе? По мне не стреляли. Хорошо. Но это не показатель, Миш. Может, они как раз это, ну, не хотели палиться. Угу. Okay. И с кем-то другим воюют. Затаившиеся пекари, может быть. А может, пару горит? Летели нет, там? Не хочу туда. По гриту мы всегда там умираем. Ну, неправда. Ну, не всегда. Очень часто. Бетонка открыта. Я валю. Вали, вали, вали. Так, куда лучше ехать? На погреть? Окей. Мы можем так чисто постреляться. Угу. 30 патронов, МК. Х4 могу себе выбить. Угу. Сейчас я проеду мимо, посмотрим. Там дверки в коричневом здании можно увидеть. Хотя сложновато, конечно. Оно на возвышении так. Можем остановиться на горочке, посмотреть. Ну, здесь за камушком можно. Еду к тебе пока что. Совку выдать? Да-да, бег по тебе. Ладно, давай сокращаем немножко. Здесь, да, здесь, скорее всего, люди. Да. Я развернулся. Бегу в ХГ. В здание. По мне попали. Все, я за ХГ. Один, ладно, второй этаж, коричневое здание. Второй где? Вижу, один стоит прям выцеливает. Аккуратно. Фу, жесть. Лечусь. Это меня тут выцеливал, да, которого ты да. видел? Я просто до сих пор ни одного не вижу. Коричневое здание, второй этаж. Которое с круглой крышей? Ну, там единственное коричневое здание. Ты чего? Ну, соколик. Угу. Понятно. Не, ну... Всякий случай спросил. Я вижу, там у него башка торчит. Угу, вижу тоже эту башку. Могу стрельнуть. Давай. Попали. Оба. То почему не убили? Еще один слева высовывается. Бинтуюсь. Слева от здания слева или? Слева от здания, прям открытку. Слева от здания, ты можешь его увидеть. Прям слева от здания. Вижу его, к сожалению. Из-за этих канистр, наверное, как там цистерн. Кто стреляет? Стреляет. Он же. Бинтуюсь. Да ё-моё, серьезно. Второй этаж, я понял. Рискуем немножечко. Не вижу. Ни первого, ни второго. Это я просто от этого. Пайчо, типа я здесь. Вижу, один закрыл дверь с правой стороны. Мне как лучше действовать? Не знаю. А, попробую сесть в машину и подбайтить. О, он опять вылез оттуда, где до этого был. Голова. Угу. Ладно. А байтить в какую, куда ехать? Да важно, можешь мне вправо отъехать? Справа? Просто уезжай. Типа. Ага, вижу его. Просто он меня заметил. Да просто уезжай. Уезжать? Да, уезжай. Окей. Я могу объехать сзади сейчас. Подъехать, типа. Ш-
чтобы им тяжелее было смотреть. Все нормально, останавливаюсь. Типа уехал уже от нас. У меня здесь два, кстати, коричневых здания. Просто для... на заметку. Вижу двое, они уходят в твою сторону. Блин. А чё, блин, все нормально? Я их не вижу. Вот это. Они на коричневом здании. Желательно, чтобы ты их увидел. А я уж как-нибудь сзади подойду, попробую на позиции пострелять. Но они пока что в здании или как? Нет, они из здания выбежали. Где-то контейнер за зданием ориентировочно. Пытаюсь увидеть, не увижу. Пока что тоже не вижу. Не вижу пока. Не сокращай, пожалуйста. Они к тебе должны сокращать. По идее. Я не понимаю, где они. Это другие. Эх, у меня. На контейнер. Где? У контейнеров, да? Я ухожу. Меня услышали. Это они стреляют в тебя? Нет. Одного нокнул. Патронов маловато. Пытаюсь сократить. Вижу, второй подбегает. Пока в сейве. Который подбегает, я готов его принимать. Вот так он ушел. По мне стреляет. Вижу. У меня патроны закончились. Сокращаю к тебе. Вот один и прям там второй, за синим контейнером слева. Я бинтуюсь пока. Дай пятерок. Пятерок нету. Окей, хорошо, бывает. Фраг могу им подать. Давай. Убил одного. Скинул юнку сзади тебя. Перезаряжаюсь. Бинтуюсь, бустируюсь. Я попробую грену туда же кинуть. Ага, вижу его. Точнее, не вижу, видел откуда. Откуда он кинул? Справа кинул. Справа. Не вижу. Вижу, он за этими... За ящиками битый. Выцеливает меня, в тебя не смотрит. Взял другую пушку. Хорош. Слава тебе, Господи, справились с двумя. Кое-как. Пятерки нужны, там все не подрезай, пожалуйста. Я еще ничего не подрезал, Миша. Медицина любая. Я на будущее говорю. У меня все равно калаш, мне пятерки не нужны. Давай я одного. Считаю его гранатерство, вот этого я убил только что. Что у него есть? Пятерки есть. Ага, у него тоже пятерки все закончились. У него нет пятерок. Второй рюкзак. Есть какая-нибудь? Ноль. У меня один бинт, но вроде он мне самому нужен. Класс, хорошо. Скидываю еще внизу моды, обрати внимание. Блин, надо. А энергетоса тоже нет, да? Ноль. Надо, поехали вот в эту группу домов. Сейчас какие-то моды скинул там. Опа! Справа 350. Группа могу домов. Один пин тебе дать? Нет, он не поможет. Мне нужно... Машина здесь стоит, кстати, прямо наша. А там мотик должен быть наверху. Я проезжал рядом там. Трехместный, правда, но пофиг. Стрельба была близко, 25-30. Угу. Здесь трехместный. Может, на моем мотоцикле, кстати. Да-да, я же сказал, здесь есть трехместный мотоцикл. Приезжал рядом. Okay. Бинты, аптечки, энергетозы, все что угодно. То же самое. Бинтиков нашел 5 штук, бинтуюсь. Раз, два, x4 лишний. Тебе не нужен, да? Нет, ты меня уже дал. Я импу нашел опять. Кстати, с пауэр грида будут бежать.
На нас, вот там, где стрельба была. То есть мы быстро лутаем и смотрим назад, потому что там оттуда побегут люди опять. Угу. Пятерок 90 штук. У меня столько же. А, не, мне не нужны. Ну ладно. А, окей. Ну. Ну потом, если у тебя закончится. Да. Потом что, полностью бомжовое здесь место. Каска здесь первая есть. У тебя бинты остались еще, нет? Нет. Долутовый, я смотреть буду этих чуваков. Я сейчас крышу быстро. Да. Вижу джип. Это не наш джип. Насколько я же объехал на нем, нет? А ты объехал на нем. Это наш джип. Вижу, вроде человек там даже. Да, человек стоит. Два человека стоит в открытку. 15. Где? 15. У джипа рядом. Думают, что у джипа кто-то я есть. Я готов стрелять, можно? Нет. Он не двигается вообще, ну ладно. Раз, два, три, поехали. Нормально. Ну, ну как мы так с тобой, расскажи мне. Я с авторежимом. Ты мажешь. Надо простреливать у джипа колеса, короче. Да блин. Ну, какой калаш все-таки. Так, я сделал вид, что уезжаю, потому что у них нет опции, чтобы. Им, короче, причина нужна, чтобы на нас бежать. Все, я уехал. Один сокращает, и можешь стрелять? Нет. Плохо. Нельзя стрелять. Нет, вообще это хорошо. Ну, в открытку. И в прошлый раз он в открытку был, и толку. Да, сейчас вообще. Ну, ты его должен скоро. А, ну. Он на 35 в открытку бежит прямо на меня. Ну, он и должен бежать, в этом и смысл. Соколик. Да-да, все. Он здесь где-то должен быть сейчас под лоу-граундом. Вижу второго. Второй сокращает, да. Первый здесь под лоу-граундом уже. Да. Вот он здесь. На мне, Миш. Я должен готов убивать. Нет? Стреляй. А уже я его не вижу. Давай. Даю. Добивай этого. Ладно, я добью. Миш, я просто он от меня был в КамАЗе. В каком КамАЗе? Можно сократить. Прямо на 55 КамАЗ. Давай сократим. Я понял. Сократим. У нас 50 секунд осталось. Вижу КамАЗ, пока его не вижу. Он в ковше был, по крайней мере. Но я потом спрыгнул и видел его. Не, надо этого лутать и валить отсюда нафиг. Лутай, собирай, что надо, я помониторю. Это я? Был? Мониторю, все нормально. Да, он у него за, калаш. За этим. Что ты? Че, будем убивать? У нас мотоцикл же есть. Ты полутал человека? Да, да. У него калаш только и третья каска побитая. Ну и чуть-чуть медицины. Уходим, короче. Уходим, окей. Не там мотоцикл. Сейчас он по нам. Ну понятно. Смок кинул. Ну и пусть умирает здесь. Так, ладно, что у нас там дальше-то? Звать я не нужно, я выкинул. Не-не-не. 10 бинтов, 2 аптечки. Очень хорошо, у меня нет ничего. 5 бинтов, аптечка. Так, домик будет даже не. Машина прямо перед нами. Я вижу, вижу. Останавливается чуть слева. Да, это остановится, скорее всего. Остановился. Остановился. Очень криво остановился, так, но. Но нам хватит, видимо. Кибитка, камень, выбирай. Если успею, меня принимают жестко. Еще с другой стороны. Я вижу. Не перестреливайся, там еще есть люди. Миш, я у меня шопы. Я вообще не о чем. А, сокращает один товарищ. К нам. Готовься. Угу.
Насколько он гес сокращает? 5. А, вижу, грена вошла. Один за камнем, слева у мотоцикла 310. Я прямо смотрю. Вижу его грена. Да, я смотрю на 310. Пока что. А чё по ним никто не стреляет? Не знаю. А, видишь, выцеливает за камнем. Сейчас будет, наверное, другой штурмовать. Я смотрю другого. Это тот, что стреляет, ну, на поглощение, или как называется, подавление. Подходит явно. Вон он справа видел. Справа на 75 видел его. Угу. Вижу. Дал. Я тоже дал. Все, смотрим, как этот за камнем... Я бинтуюсь, лечусь пока что. Да, за камнем, да, да, он хорошо, бежит, вижу. Сейчас сокращать. Вижу, вижу, вижу. Бежит без оружия, сокращает? Вижу. Очень сильно ранил, но, к сожалению, да, меня он нокнул. Чуть меньше минут у нас есть. Круг недалеко. Скинь аптечку, пожалуйста, сразу же. У меня нету больше, у меня бинты. Забаньте по психолу, пожалуйста. Можно. Я этого лута, который здесь был. Давай. Спасибо большое, Джеки. 30 секунд. Их 4 нужен? Нет, не, вряд ли, не, да? Не. Медицина нужна только. Потом сядем на мотик и попробуем свалить. Не знаю даже куда. Наверное, сюда. 14 секунд. Я готов. Я нет. Сейчас попробую тут. Ты за мотоцикл? Да-да, я пока что бинтуюсь под мотиком. Попробую. Медицину собрал. Так, даже так, знаю, еще один бинт, еще пару секунд. Хорошо, беру. Поехали. Угу. Я готов за, этот, за руль. Так, колеса нету! Бежать надо, Миш! Да. Поехали. Нам недалеко, давай направо. Просто там люди будут точно. Сзади, 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 забей, забей, он не, у него сейчас вижу не будет. И он из круга выбегает. В доме, судя по окну, оно пробито, надо чуть правее брать. Там будет ХГ, и мы сможем уйти, прикрыться. Правда, из этих, из города могут бежать. Сзади упырь, который. Я помню, помню, помню. Сейчас до кавера и разворачиваемся резко. До ближайшего кавера. Здесь, наверное, можно уже. Я жду, мониторю его. Все, я нормально. Смотрю, покажу другую сторону. Видишь, слышу, но не вижу. А метров 40 было, сейчас он появится. А, вижу на 200. Угу. На 200 один. Это он? Не, не может быть такой. Может быть, белая рубашка такая, синяя, белая. В домик забежал, вот его принимают. Я понял. Ну не знаю, Миша, это он или не он. Что? У нас тут карта боком стреляет. Я понял. Так, я пока что пустонос. Ой, как же хреново. Слушай, нам надо перебежать через дорогу и забраться на гору. Там есть нормальные позиции. 2 секунды мне. Понял. Все. Машина поехала. Поехали. На горе. Груз. Васик поехал на груз. Можешь все сконцентрировать сейчас на грузик. Ух ты. 24 там. Перебегаем через дорогу. Здесь можно забраться наверх. Вот эти вот скалы, это наша возможность. Можно здесь забраться, да? Можно. А, налево, да. Все, и здесь мы будем в круге, и слева у нас будет движуха. Будет перебегать дорогу люди. Так, справа кар, слева кар, везде кар. Смотрим ориентировочно СЕ. СЕ. Да, да, да. Есть хорошая позиция. Очень хорошая. На 300 тоже могут быть люди, но... Я пока что запомнишь, надо просто. Тоже. Хотя мы там так в открытку бежали. Да не, в доме там... точно есть человек. В доме корист. Не, я имею в виду дорога, асфальт слева. А, там-то никого. Я думаю, тоже, да, никого. СКС, контейнеры 160. И все они не в круге. Все они будут выбегать на эту горку перед нами. У тебя какое оружие? Эмочка. Х8 не нужен. Нет. Вижу дым, 160 человек. Да, блин. Я упал. Сейчас поднимусь.
Круг, сейчас пойдет движуха уже. Сейчас побегут. 160, вот там вот все. Я смотрю дом, в первую очередь. Угу. В дыму вижу, там бегают люди, 170. Да, у Миш прям ровно на 300 стрельба только что была. Может, нам не надо это? Стрелять сейчас будет. Сейчас поедут 155. На 300 понял, но мы у них не вижу, не насколько понимаю. Да, но если они захотят, они нам нас сверху вниз будут убивать. Окей, ладно, без повода не стреляем. Вот он, слышал? Да слышим, 24 наверху над нами. Не бежит никто из дома. Сейчас поедут. Или их уже убили. Может, убили, да. Очень хороший чурк. Ой, смотрим. Прям над нами, и они все еще в круге. Да, не шуми. Поехали с 120 на мотоцикле. Угу. Но не стреляем. По ним и так работают. Нам потом куда лучше спускаться, сдвигаться? Не знаю. Скоро, да, уже. Нет. А. Правильно. В домах внизу война. Дома не в круге. В домах, да, шикарнейшие. Это в зеленой, ну, в смысле, в ангаре здесь. Можем, в принципе, подняться к чувакам наверху. Они нас не ждут отсюда. Как думаешь? Ну, готов? Можем. Давай. Угу. Только медленно, пока не начнут стрелять по нам. Сейчас обустанусь только. У тебя еще бусты есть? Да, скину сейчас два. Две секунды скину. Так, бустуюсь. Давай. Как будешь готов, говори. Я готов. Не беги. Просто медленно идем. Сзади! Блин, а почему? Я уже с первого уж увел. Как мы их пропустили. Блин, а почему они на нас пошли? Они же в круге там были. Черт. Да. Блин, я они встали. А точнее, сели. Это начали уже нас целивать. Угу. Жалко. И я их увидел. Я дал одному, сейчас посмотрю, как вообще. Так, дескам. Кстати, на горе был очень далеко на 500 один. Он ушел рублей, дальше сообщает. От горы. Волнительная катка. Спасибо, получилась. Саша, молодцы. Скороговорка и отпонтим. Давай по фасту последний. Да. У него осталась капелька жизни, мы поймем его очень хорошо. Скороговор! Ладно. Скороговорун, скороговорила, что всех скороговорок не перечуй. Да. Давай загрузим. Ты засек то, что два раза кто тебе зад прыгнул? Угу, да. Да. Я не пойму, а чего они пошли-то на нас? У них же вроде как ангар там в круге. ХГ там, все шикарно. Они, наверное... Они даже нас не услышали, кстати. Не слышали. Зачем они пошли? Они, может, решили обойти других просто. По стратегии. Может быть. Да, ладно. Бывает. Жалко. Поехали. Только груз, Соколик, это ластецкая. Угу. Все, уже там... Сегодня и подъем был в 7:30, и спать надо. Да-да, надо. И игра не идет все равно. Ну, нормальные, ну, кстати, потные карточки. Да. Да, так и есть. Ну вот, и видишь, какой самолетик еще. А еще показывается, где можно дропаться. Вот прямо сейчас, бах. С этой точки. Еще будут показывать потом, кто куда летит на старте. Все равно же видно, кто куда прыгает. Будет вообще халява. И потом еще будут показывать, куда дроп выпадет. Да, и автоим сделают. Все равно с читерами не совладать.
Там, кажется, идет обсуждение действий модераторов. Я вижу. Кухлош. Ты с чем-то не согласен? Я не могу понять. Расскажи, пожалуйста, если это так. На месте это жестоко. Сейчас дойдет сигнал, послушаем защитника. Сокола, Варкрафт будет Ластецкий перед сном? Нет, все. Это Ластецкий. Я Варкрафт, Миша, тренировался 4 дня. Улучшил намного. Да. Молодец. Твою игру. Кого выиграл уже? Куча всяких пырей. Угу. У меня джип есть. У меня пока что ничего нету. Пока что других врагов всякого нет. Ну это так. Предварительно. Одни точно. Почему северный перестали лутать? Да он не агрессивный скучно. Совсем. То есть да, он далекий, ты там впитываешь его, как правило, с таким самым налетом полностью. Вот. Миша, а есть татап по понедельник? Сегодня МСК YouTube не пашет, не все же на ГГ сидят. А... Не знаю. По статье. Вот с таким подходом, чем вы лучше Роскомнадзора, который забанил за Телеграм? Но мы не глобальные, не монополисты, у нас есть локальное модерирование, которое не мешает другим пользователям, а ты мешаешь, судя по всему. Одно дело блокировать товарища еще сплэшем, задевать остальных во всем интернете, другое, когда какой-то нубасный стример банит одного пользователя. Сравнил с Роскомнадзором, молодец. Готов ехать? У тебя какое оружие? Юмпа. СКС тебе дать? Если на юмпу? Не, нет. Я из них все равно не могу. Давай за мной заезжай. Я готов. Не, ну у меня нечем ехать. Ну ты выдвигайся все равно, я... Все, я спрыгнул. Домик. А, ну бери домик. И прицелов нету, да? Есть Red Dot, один лишний. А, подожди, у меня голограф Red Dot. Не увидел. Мне только X8 нужно, или X4. Последняя аудитория должна быть выше за счет неполадок Ютуба. Да, вряд ли. Это такое. Ну, может быть, надо посмотреть по статистике, в конце концов. О, X8 нашел, Миш, в этой бомжовской питочке. Окей. Дроп, собирай меня скорее. Еду. Вижу его, он в северном. Вижу, летит. Он на меня летит. Вижу его. Вижу тебя. Не двигайся. Давай. Ну и что? А, Вова выкинул, хорошо. У меня X8 карм. А, все, тогда я лутаю, ты монитор. Самой бомжовской деревянной кибиточки нашел. Еще и другой был? Не, кар был до этого, а X8 кибитки. На пути к тебе, которая кибиточка. Угу. Там очень открытые пространства. Да. Кажется, даже люди вода будут. Будет. Люди уже на той стороне баги стоят, нет? Баги а, нет, рез, вроде как. Давай, может, камешки, здесь меня на горе? Ага. Я думаю, вот на следующих камнях вроде. Давай. Я тебя здесь высаживаю, собственно, да. Сам подъезжаю поближе. А где он, ты видишь? Да, на 160. Я понял. Блин. Держись. Так, все. О, все. На той стороне, нет? Да, на той стороне, прямо на мосту. Ё-моё. Ровно посередине моста. Я вижу, да. Там люди есть в городе, поэтому тут... Стопудово. Вопрос того, как быстро ты залутаешь. Граз. Гроза, гелик. Что-то, что у меня аэрки в принципе нет. Можно потупить по это самое. Помониторить немножечко. Можно. Сейчас я спрячу машину, чтобы не пристрелили. Ну, сюда закручу. Ну, я не могу поверить, что... Нашли в городе никого. Или давай свалим дальше это. Классиво, на ту гору полутаем. Угу, хорошо, поехали. Странно. Так.
для друзей позвонил из Питера, МСК примерно 50% не имеет доступа к Ютубу, как и локально не умение, то есть без стрима забьет и все. Просто чтобы в твоей картине понял. Я не знал, если честно, что у меня YouTube за... открывается, и мы сегодня как раз и, заливали вчера, точнее, опять интервьюшечки, и сегодня проверяли, качали, поэтому... А что, вас в России YouTube забанили или что? Ну, они же, Роскомнадзор пытается Telegram забанить, и сплэшем по... Coming. Сплэшем там Google.com сегодня или вчера. А, вот, видимо, как раз вчера, сегодня приходили там товарищи подаваны, говорили, ты видел, что Google забанит. Вот и... Прохладненько. Да. Могу SK сдать? Не, зачем? У меня AR-ки нету, то есть я потом... Да ладно, то есть... Выкину тогда ее. Могу тебе... Блин, тут топовая М-ка, тебе Гразу могу оставить. Давай. Бентики. Ставил... Вторая броня здесь есть, вдруг тебе нужна. На камешках. На... Угу. У меня вообще все хорошо, блин. Так, такого давно не было. Так, Гразу возьму сейчас, подожди. Вторая броня, ты говоришь, да? Да. А, видел. Голограф выкинул, он тебе, наверное, не нужен. Девятки выкинул. Тебе нужны пятерки? Миша. Окей. Пятерки, да, нужны. На. На мне. Вот. Пинты не нужны, у меня 35 штук. Не. Давай я выкину 15. Сейчас должен круз опять лететь. Я готов, если что, ехать. Так, высаживайте его здесь. Вроде закрыт. В северном могут быть люди. Вряд ли. Да, я, по-моему, кстати, сейчас выстрел с северного слышал, но не точно. Может, это типа Азик хлюпал. Угу. X4 вакантный. Не, спасибо. А, отлично. Лут очень хороший. Надо только теперь кого-то поубивать, чтобы еще было лучше. Медицина, да, у меня касочка до сих пор первая. Так, я пошел за дачу. На двух машинах был лучше. Окей. О, двухместный мотик есть. Повезло, я не буду с тобой ездить. Почему? Ну, есть риск небольшой. Ты мне не доверяешь. Ну, когда ты на мотоцикле немножко, да, есть такое. Ты чаще руинил мотоцикл. Ты ведешь статистику? Да. Крестики. Не верю. Кажется, слышу мотоцикл. Это самолет. А, или тебя. Да, никого. Ладно, давай какой-нибудь вот желтый меточку поставил. Сейчас мне какие-то фантомные шумы. Ну все, это соколик точно ластецкий, потому что. Да. Мне тоже спать. Закрыто. Вроде как. Раз закрыто, значит выходим. Едет. К нам. Мимо. 170-160 проезжает влево. Блин, остановился, кажется. Нет, проезжает дальше. Вижу его под мониторем. Не, мой мотоцикл шумит, нифига не слышно. Кажись, домики перед нами. Так, на 170, да? Да, на 110.
Я сокращаю к ним. Ну, бегу к тебе. Мне еще долго бежать, Мишель. Я видел. Я вот не знаю, они ее лутают, эти мелкие домики, или проехали мимо. Хочу видеть УАЗик. Не, вроде не лутают. Едут. Слышу. Но я еще довольно-таки далеко. Кажется, к нам. Вижу. Пытаюсь сократить быстрее. Не, они мимо. Проехали. Проехали. Блин, а мы без машины, да, здесь? Да. Сорим. Да, обратно. Мы в центре круга. Может, забьем на машину тогда? Не-не-не, ладно, забьем. Не. Можно груз еще полутать. Точнее, не полутать, типа, а охотиться. У меня до сих пор первая каска. Я видел. Странные эти товарищи на УАЗике. Уехали куда-то. Бесцельно вернулись обратно. Дома игнорируют. Непонятно, как таких... Что с такими делать. Килота, почему ты редко на ГГ заходишь? Насколько я понял, ты на Ютубе смотришь? У тебя технические проблемы какие-то или ты не привык просто? Любопытно. Куда, Миш? Ну, едем, 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 едем. Все дома откуда вернулись и все. Самолет. Давай на самолете. Вижу, летит прямо на нас. Вижу. 50-70. Скинул. Внизу домики раньше какие-то. Ой, я даже не знаю, куда там. Там поле просто. Ну, здесь эти домики, я думаю, можно. Эти вот едут уже. Или дальше. Уже или дальше. Вижу. Проехала мимо. А где они? Они уехали на 110. Тут... Груз 105, блин, плохо, да? Дальше ехать. Едут еще. Мотоцикл к нам. Не, здесь вижу. Остаемся. Сейчас движуха все равно будет. Вижу. Мотик сейчас за камнем останется. Новится. Да. Пока не стреляем. Как минимум две команды. Не стреляйте мне? Ага. Еще подъезжают. Да, это дружане его. Окей. Они высматривают, хорошо. Еще ну, был... этот, на мотике, чувак. Да, в другого сзади со второй касочки снять. Другого сзади со второй... Ну, давай, поехали. Да. Фитбак просто с другой стороны. Он бегает по кругу. О, меня засчитали. Хорош. Я убил его. Хорош. И на УАЗике справа, у груза, уже лутают. Стреляют по другим еще. Блин, 105 за камнем. Угу, честно. По нему стреляют еще. Угу, камень вижу. Справа от смока, да, камень? Так еще валяется, лежит. Попал ему? Нокнул ему... одного. 110. За камнем попал очень жестко. Хорошо. А он лечится, наверное. Я вижу, на него нет. За камнем. Блин, вот это он мансит жестко. Смотрим. Вижу. Побежал. Убил. Так, двое. Так, я, короче, поехал на этих, на... за камень на этот, чтобы угол дать.
А этот чувак, который был за камнем, он еще живой, нет? Да, он сейчас дружане его поднимает. А ты же убил кого-то. Убил, он там было трое. А. Смотрю пока что УАЗик. Могу я пробить кидаю. Колеса пока что. Пробить колеса УАЗика, да? Ихнего. Видишь, да, где? Я не вижу. Ну, камень передо мной. 145 от меня. Ага, вижу, оружие торчит. Стрелял. Не попал. Так что у нас здесь есть. Попал ему, хорошо. Он сейчас должен с своей стороны выйти. Вижу. Убежал. Блин, я ему попал скорее. А чё он не... Тут очень такие хорошие товарищи. Так, я поднимаюсь обратно на наш домик. Мои домики. Подъехать к тебе на мультики? У тебя там есть место для меня еще? Да, можешь. Я их пробую обойти. Еще, учитывая то, что ты привлечешь сейчас внимание. А я под ХГшечкой здесь могу к ним выйти. Или мне на УАЗик тот около груза, нет? Ну, точно ко мне не надо ехать. Лучше на УАЗик, да, чтобы они туда смотрели. Вижу одного. Вижу не его. Вижу. Второго пытаюсь. Я могу на тот камень, где он был до этого? Убил сразу. Все, лутай, кого увидишь. Ты думаешь, груз лутанный? Думаю, да. Да. Топ вымочка. Беру кар здесь. Блин, мне энергетосов миллион просто. Просто. А оружие у кого какое там? Тут топовые эмки. Оба, по мне стреляют с 200. Сзади, да, я понял. Так, у нас круг обновился, кстати. Я бинтуюсь пока что. 200 за камнем, Миш. Ты можешь... Камень, окей. Я был... Блин, там куча медицины. Выцеливает меня. Оба! По мне с другой стороны стреляют. Это правее 255. Я предлагаю тебе подлечиться и свалить оттуда просто. Меня простреливают со всех сторон, я пытаюсь на пробитом мною УАЗике свалить. Я понял. Вижу УАЗик, который скорее всего... Ой, это их бахают, кажется. Или типа тебя по стреляют. Мне стреляли. Фу, на последних хитах, а. Пытаюсь их увидеть, не вижу, к сожалению. Один далеко сокращает В, спускается с горы к нашим домикам, на которых мы остановились изначально. Я лечусь пока что, я не боец. Да, лечусь, лечусь. Мы на границе круга, так что нормально. Как ты на соплях выжил, ё-моё. Блин, тут хреновая позиция, мягко говоря. Опа. Это по тебе? Кто-то еще заедет. УАЗик. Сейчас они должны открыть огонь. Едут на нас. Творишь добро, ты серьезно? Ну ладно, поехали. Высадил одного, второй едет в твою сторону битый. Да-да. Давай, молодец. Убил. Хорошо. Война, капец. Подрезал медицину, гранатки. Довольно-таки жены. Угу. Так, нам нужно как-то вернуться под ХГшкой, наверное, и как-то свалить. Я не знаю, как. Машина у нас нормальная. Или возьмем дымящуюся дачу сзади. Или до УАЗика вот до того добежим. Пошли, смотри. До УАЗика. Нас никто не должен жухнуть. Круг еще долго. Забаньте Росбрейна-то. Чем это позволяет? Еще или кто-то. Через мост. Прямо по кругу. Вот это война. Могут сейчас задавить. А, это самолет. Все, сори. Круг идет. Надо, наверное, вот куда-то сюда. Я поставил метку, доведу. Точно по южной части круга не стоит идти там. Там я одного чувака пытался как-то подлутать, но когда по мне... У меня медицины много, типа, стоит самотам. Не, у него был дроп, типа, АВМ. Да? Да.
Я не успел, там она на простреле с двух сторон. О, дроп скинул. 270. Нам как раз туда. Медицина нужна тебе? У меня 6 в аптек, 3 болика хватит мне. У меня 5-12 просто по боликам. Поэтому... Вон упыри на баге уже лутают, тут труп с дропом слева. Да не-не-не, туда не надо. Там просто негде прятаться, вот в чем дело. Да-да. Сейчас мы здесь на горочку заедем. Лутают наш груз. Не, если хочешь, можем на этот заехать. Не-не. А, куда на этот? Ну, напрямо, который груз. Да я не знаю даже. Может, поохотиться лучше? У меня, в общем-то, хорошо, это нормально все. Сейчас мы горочку можно. Что-то постреляем. Здесь вот неплохой камешек. И вид с него неплохой тоже. Открывается. Ну, груз не факт, что увидим, конечно. Мы с шутинг раньше прострелимся. Нет, камешком прикрывайся, и все, ничего ты не простреливаешься. Вижу груз далековато, 260 на горочке. О, стреляет слева, туда. Слева, это 200. 170. Далеко. Очень далеко. Вижу лежит его, 170. 170. И другой за ним бежит. Стрельну, да? Да, давай. Ух ты, блин, пулька как не долетает. Дал ему. Вставай! Нет. Че он еще раз попал кто-то по нему? Это труп, что ли, уже? Это труп! Он мертв! Дострелялся. Это тот сзади, который к нему подходил. Да. Так, смотри, сейчас будут с северного идти к нам. Ну, идти, ехать, не важно. Короче, давай сместимся по горочке и надо принимать. Тебе он точно мертв. Лежит такой. Стреляет. Странные люди. Я стрелял за него. Тоже. Северного, скорее всего, даже пешкарасом пойдут. Ну, если там кто-то был. Скорее всего, были. Да, там были люди. С таким кругом. Но, наверное, приезжие уже. Миша Чупака вообще, блин. Кустарный воин. Вижу, бежит далеко, 150 человек в гору просто. Не буду стрелять, но там цель такая сладкая. У меня здесь такое место сладенькое, но не в... Ну, чуть-чуть, тут нам два шага сделать. Не, ну я имею в виду сидеть тут. Вижу, УАЗик едет на нас. Дача? Синяя дача, 100. На нас едет, ровно на тебя. Направление услышал. Ну, на нас 100. Сейчас она как должна здесь. Давай. Да, останавливается, готовься. Перевернулась! Бегу, 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 я чуть дальше от тебя. Сели, что ли? Горит! О, там их из дома приняли или откуда стреляли? Да, кто? Одну пульку я все всадил, попал, а кто-то их другой еще вжухнул, Миш. Так, ну, подожди, как? Нужно ничего. Смотреть северный все равно. Ну и да, сзади смотри. У нас кто этих товарищей убил? Я думаю, из домиков кто-то. Одну пульку ему всадил. О! Не понял. Из домика выезжает. Да, вижу. Жип. Смотрю зад. Остановился. Мы для него будем хлебушками. Он давай, просто до круга. Ну, да-да. Доехал и все. Вот здесь. Миша, здесь на мне! Блин, вот сучок. Он... Сучок ждал все время, выжидал. Да, жирный караси. Ладно, хорошо, последняя была не очень плохая. Спасибо, Соколик, за компанию. Спасибо, друзья, за то, что смотрели, болели. Приходите ориентировочно завтра вечером. Что-то обязательно будет. Да. Смотрю, Дескамп. Пока, он один, да? Один, он сидел за нашим УАЗиком, ждал нас, наблюдал, выжидал. Да, это наш. Тебя выцеливал. А, читак. Окей. Сукчок. Авто это.